меня возят по городу, и я убедился, что у вас тут пробки прямо как в Москве. Это уже один вопрос. Ну, я не знаю, всем добрый день. Я хочу сказать, что большое спасибо, что вы все пришли, это очень приятно. Мы чуть-чуть извиняемся, что у нас тут пробки, но это как-то... Ну, мы, да, мы практически уже вторая Москва, после саммита Одесс мы это все почувствовали. Вот, ну, я не знаю, нужно ли представлять, но все-таки я напомню еще раз, да? Это видный политолог, общественный деятель, лидер движения «Суть времени», вот у нас вот стали ваши последователи, Сергей Кунгунян. Очень приятно. Очень свободный, поэтому вы можете задавать любые вопросы, которые вас интересуют. Я думаю, их достаточно много. Ну и с последнего, что мы обсуждали, это и криминальная юстиция. Ну и я думаю, что много разных вопросов мы подготовили, поэтому давайте начнем. Ну, насчет криминальной юстиции, спасибо огромное. Спасибо за то, что пригласили. Спасибо за то, что ждали. Извините, пожалуйста, что опоздал. Как бы, еще раз говорю, что не моя вина, хотя я должен был это предположить. Спасибо за то, что собралось столько много интересных, заинтересованных лиц, за то, что сюда пригласили. Я чуть-чуть скажу, почему я приехал. Но я сейчас вообще просто езжу по стране, потому что где-то чуть не 150 точках по стране создалось вот это движение «Суть времени». И я провожу школы, чему-то учу людей, и в этом смысле то, что проводил сибирскую школу, Красноярска до Владивостока, все-таки ближе, чем до Москвы. Но главная задача не в этом. Тут просто возник некий диалог с КПРФ, и он у меня достаточно важен, потому что есть некий такой кошмар дней и ночей моих, заключающийся в том, что в какой-то момент справедливый социальный протест, а есть очень много оснований, которые считают для этого протеста, будет опять направлен вот в такое абсолютно деструктивное русло, когда там борьба за изменение курса, способа жить превратится в разрушение государства. И для меня самое главное, чтобы вот этот социальный протест находился в нормальном русле. При всех сложностях моих отношений с Зюгановым, я всегда считал, что он человек такой разумный, в целом державно-патриотический, что-нибудь таких сдвигов быть не может, однако зимой 2011-2012 годов некие симптомы этого были. Коммунисты начали ходить к белоленточникам, и я встревожился. Но самое тревожное, что произошло за последнее время, конечно, все тревожное сейчас происходит в Татарстане. Наиболее тревожная точка процесса сейчас это Татарстан. И в этом смысле я все время вспоминаю фразу Джона Дона. Поэтому капитал идет в Юго-Восточную Азию. А труд идет туда, где он может получить больше. И бедные люди из Алжира, Туниса или откуда-нибудь еще, или Таиланда, бегут, так сказать, в Лондон, Бонн и так далее, чтобы там подметать улицы или делать какую-то другую работу. Это закономерный общемировой процесс. Включившись в этот общемировой процесс, мы получили все то же самое. У нас в Москве достаточно много там таджикских, узбекских и прочих рабочих, которых беспощадно эксплуатируют московские бандиты, собирая их в некие кучки, размещая их в чудовищных антисанитарных условиях, платят даже малую зарплату и заставляя их работать по-моему. И собирают эту кучу, другую, эту кучу. И, честно говоря, они настолько стерильны в идеологическом смысле, что им совершенно все равно. Все кроме того, а это все кончается. В Татарстане все по-другому. Первый процесс, который там начался, это процесс, вот, жили столетиями вместе с исламом. Ислам, люди, исповедующие ислам, наши братья, наши сограждане. Ничего плохого в этой религии нет, это такая же великая мировая религия. Иностранными колонизаторами с их далеко идущими целями. Цели были разные. Ну, братья-мусульмане были созданы в 1920 году при прямом содействии протектора египетского региона лорда Кромера, который, так сказать, представляет собой уже действительно глобальную силу. А фишка их, если так можно выразиться, состоит в том, что им не нужны никакие национальные государства, в которых будет исламское государство, в котором все это должно быть.
Они достаточно еще скромные, сдержанные силы. Есть еще более серьезные салафитские силы. Салафитским исламом называют ислам, который требует мирового халифата. В конце концов, я ничего плохого не вижу в том, что какие-нибудь исламские страны, там Египет, Тунис, Сирия, Ливия и так далее, объединятся, там все исповедуют ислам, и будет большое исламское государство. Почему нет? Но есть такое, например, если в Севилье или в Кордове, в Испании был когда-то исламский халифат, то он там снова должен быть. Естественно, в этом смысле, что Татарстан, Башкирия, Северный Кавказ являются дар-уль-ислама. Салафитского, неправильно говорить, салафитского ислама, вот такого очень радикального, или, как мы говорим, исламизма, не имеющего ничего общего с мировой религией ислам, с которой мы жили столетиями мира. Основная точка распространения, откуда оно идет, как говорят, шутят политологи, они говорят заливные, да? Имеется в виду страны заливные. Там спухают эти мечети. Ничего более враждебного для этого ислама, чем наш местный ислам, нет. Я, вообще говоря, по самой любимой своей профессии, я специалист по горячим точкам, да? По полевым исследованиям, field research, в горячих точках, когда ты там находишься. И я в течение всей гражданской войны в Таджикистане, так сказать, мониторил там процессы, и не только мониторил, но и каким-то образом что-то разруливал, входил в город Шанбе через Исаджигарки, через вот это. Что первые, кого начинают уничтожать вот эти ваххабиты, или как там их называли, вовчики, это сам ислам. У меня было много друзей, уже никто в живых нет, все уничтожили. А особенно это все остро в тех случаях, когда ислам суфийский. Для салафитов, исламистов, ваххабитов, суфийский ислам – это джахилия, это язычество. То есть это смертельный враг. По всей Северной Африке сейчас сносятся суфийские мавзолеи. Кстати, обращаю ваше внимание, что мавзолей – это не только какая-нибудь. А это традиция, например, суфиев очень многих других, когда вообще все святые остатки, которые хранятся в этой жертве. Вот сейчас сносятся суфийские мавзолеи, потому что нельзя. Сносятся все могилы и все, так сказать, отрицаются все праздники на этих могилах, потому что это язычество, джахилия и так далее, и так далее. Не буду говорить о вине, если помните, Омар Хайям взлетел вопрос, зачем на свете запретного вина. Она запретна в соответствии с заповедями пророка. И это тоже острейший конфликт. Короче, весь наш ислам коренной и прежде всего Дагестана, а также, конечно, Чечни и других регионов, это суфийский ислам. И когда саудовско-аравийские веяния начались, и отряды боевиков начали двигаться на территорию Кавказа, то первые, кто их встретили и давали отпор, это сами суфи, такая точка ислама. И когда это началось пятнами 10, 20, 30, 40, 100 этих ваххабитских мечетей, то, конечно, нужно было бить тревогу во всякого калана. Никто ее не бил, тут произошла еще смена шамии. Лидера, и как-то это все замазывало. А процесс шел. И, наконец, возникли два отважных человека вот из этого, ну, не буду говорить суфийского, я не имею права про них так говорить, ну, скажем так, ханафитского, то есть спокойного ислама. Это Файзулаев, муфтий. Файзов, муфтий. И, прошу, спасибо. И Якупов, его консультант и правая рука. Вот этот Файзер и Якупов стали против ваххабитизации. Файзер был сорван, искалечен, Якупов убит. А к этому моменту ситуация была такая, что вот как раз там все потоки мигрантов были замкнуты на ваххабитскую мечеть. Они не были, как у нас, распылены по бандитам, каждому из которых нужно подешевле поместить жизнь, побольше денег были побрать. Они были соединены на ваххабитскую мечеть, которая как раз обеспечивала им более нормальные условия, блюай, идеологически окормляла. Соответственно, как только Файзов начал процесс деваххабитизации, десалафитизации ислама Татарстана, в ответ на это ваххабиты стали поднимать местных мигрантов. Вот представьте себе, что это произойдет в Москве, да, что кто-то решится, спаси Бог, скоординировать эти потоки. Это не город. Да это всюду есть, это в Лондоне есть, это в Париже есть. Важно, кто это держит руку на пульсе. А кто держит?
Вот сейчас, пока что, с моей точки зрения, нет кабардинских кланов, у которых нет никакого хабитского интереса, а в Татаре не нужно. Поэтому, в этом смысле, пока не отходит без добра, все спокойнее. А там это все замкнуто на ваххабитскую личность. Когда Файзов и Якупов начали восставать против этого, а Якупов один из лучших был специалистов по ханафитскому исламу в стране. Он спокойно вел дискуссии с любыми авторитетами из Саудовской Аравии, Египта, отовсюду. Когда они стали восставать, то сначала просто поднялись митинги вот этих вот мигрантов. Вторая волна, которая подходит к Татарстану, это северокавказизация ислама. Северный Кавказ становится очень модным. Справки ради могу сказать, что он стал... Идут огромные деньги. Значит, что такое борьба за хадж? За то, кто будет отправлять на хадж, на Мекку и Медину, на соответствующие религиозные действия. Это борьба за то, кто будет проповедовать в автобусах. Едут автобусы, они едут неделю, полторы. За это время идут проповеди. Если это проповеди саудовско-аравийские, значит, соответственно, те, кто едут, получают такой гигантский заряд этого ваххабитского, так сказать, ислама. Если проповедуют свои татарские, это гораздо более мягкий заряд. Ну и, наконец, мне неприятно об этом говорить, но из песни слов не выкинешь. В соседних страницах есть сунны пророка и наставление о том, как именно надо пытать неверных. Ну, буквально. Как провод засовывать куда, как включать ток и так далее. А это вот и есть та литература, которая вместе с ваххабитами наводнила Татарстан и Башкирию. Короче, когда против этого восстали вот эти два мужественных человека, то импульс ответный был достаточно сильный. Ваххабиты показали зубы. Они сказали, что они уже не отдадут Татарстан и не позволят осуществляться обратному процессу, ревахабизации. И власть пасовала. Возникли митинги и все прочее. И Якупову, и Файзову сказали, ну, знаете, вы там переусердствовали в борьбе с ваххабизацией, давайте как-нибудь тише и так далее. Сразу следующим ударом Якупов был убит, был расстрелян, а Файзов взорван. Остался жив, но сильно очень пострадал. 28 августа сего года Владимир Путин прибыл в Татарстан, 16.08 приземлился его самолет, и где-то часов в 5-6 он раздавал награды. Он наградил жену Якубова орденом мужества и Файзова, который в кресле каталки приехал на эту встречу, другим, одним из крупнейших авторитетов дагестанского ислама. Ну, человек великий для суфийского ислама. Один из людей, ныне живущих, как считается, каноническим авторитетом. Он был взорван шахидкой. Погибли члены его семьи, включая детей. В общем, короче говоря, самое в этом важное, может быть, вы почувствуете то, что процессы произошли синхронно. Путин приехал туда вручать ордена, а тут взорвали. Не только в один день, а почти в один и тот же час. То есть, в принципе, зона разогревается. Наши специалисты говорят, что там через Кавказ прорвались группы, в том числе и примерно те, которые воевали в Сирии, и сейчас они там растворились в лесах в районе Поволжья, к северу Поволжья, скажем. И там тоже уже что-то зреет. Теперь представим себе, что территория взорвется. Все трубопроводы сходятся туда. Значит, происходит фактически вскрывание двух полос. Российская равнина, да, которая начинена индустрией, которая не имеет сырья, и Сибири, которая имеет сырье. Пространство разламывается пополам. Конечно, никто это так сразу не допустит, но процесс сам по себе достаточно неприятный. Я сейчас много езжу по стране и просто изумляюсь тому, с какой скоростью идут мелкие процессы, которые вызывают глубокое беспокойство. Я приезжаю в Архангельск. Про Астрахань все время говорю, потому что именно Астрахань, как ни странно, является центром самого радикального ваххабитского движения. Поэтому не только Кавказ и Дальний Восток, это и Поволжье, но еще и Астрахань. Значит, я приезжаю в Архангельск, такой соль земли русской, да, такой типаж человеческий, который совершенно не испытал на себе влияние татаро-монголов,
значит, соответственно, ты там смотришь, члены движения такие, ребята, я не привык смотреть на людей снизу вверх, там, они так смотрят на меня. И хотя у них там врач-психиатр, а кто-то еще, ты все время видишь их с мечом или ладьей. И вдруг там возникает движение поморов, которое, значит, говорит, что поморы не русские. А, поймите меня правильно, я всегда за то, чтобы региональная специфика, региональная гордость, вот это краеведение развивалось. Да? Но вопрос заключается в том, говорится ли о том, что Северная Россия – это соль земли русской, это ее квинтэссенция, или говорится, что она не русская. Это совершенно разные вещи. Значит, поморы не русские, это отдельный народ. Немедленно норвежцы начинают финансировать учебники поморского языка. Я читал, я своими руками вижу большим тиражом учебник поморского языка. Дальше говорится о том, что, конечно же, поморов осталось до русской территории не так много, но они коренной народ, имеют право на ресурсы. Но ведут их поморы Норвегии, которые есть главные. Соответственно, если Норвегия никогда не может претендовать ни на какую, сколько бы Россия не усеклась, чтобы от нее не отвалилась, Норвегия не может вести Россию, да? Но вести северный региончик, Архангельско-Мурманский, и особенно если там поморы, Норвегия может. И норвежские крупнейшие газовые корпорации дают большие деньги на то, чтобы это происходило. Моему глубокому прискорбию в этом участвует и российская, так сказать, административная слагаемая. Да? Все эти университеты очень странно строятся, потому что у нас же глобализация, у нас Запад, мы входим в Европу, и люди просто не очень врубаются в то, что там происходит. Абсолютно то же самое происходит в Сибири. Это отделенчество, областничество. Опять учебник сибирского языка. Я опять держал в руках на той неделе учебник сибирского языка. Очень, сибирский язык очень напоминает украинскую мову. Если так говорить, то есть его просто так читают. Но это уже тоже существует. Я когда-то, в 90-м, наверное, году, сидел на съезде народных депутатов СССР еще, и один из депутатов читал торжественные строки. «Не упрекай сибиряка, что держит он в кармане нож, ведь он на русского похож, как барс похож на бурсука». Я говорю, его арестуют, этого депутата. Он говорит, как же неприкосновенность? Я говорю, снимите, потом будет хуже. Но тогда пронесло. Сейчас процесс идет снова. Все эти процессы мелкие, как мелок, и процесс на Дальнем Востоке так называемого тигра. Да? Так сказать, я знаю людей, которые приезжали сюда строить этих тигров. Тигры говорили, включите нас в декларацию о порабощенных народах. Они говорят, а как, кого? Как, какой народ? Говорит, пауза. Вы не знаете, что у вас есть тигр? Движение тигр, да, за отделение Дальнего Востока. Оно слабое, не будем. Это ложь. Ну ладно, ладно, ложь. И я вам сейчас фамилии буду называть людей, которые вы строили. Хорошо. Это не ложь, это абсолютная правда. Я вам покажу документы. Может быть, у вас уже теперь их три тигра, и каждый тигр хочет чего-нибудь одного. Я вам говорю, как это строилось вначале. Вам называть фамилии человека, который его строил? Да, Антон Суриков. Вам надо рассказывать, как и когда он приезжал. Я вижу, как тигры замолчали, потому что они наконец поняли, что я знаю. Там ему не надо песни говорить. Я когда говорю точно. Вопрос не в этом. Вот включайте в декларацию по порабощенным народам. Да, а какой народ, говорит, как дальневосточный народ? Я не буду говорить, что нет оснований внутренних ни Сибири, Дальнего Востока и других частей каким-то способом, да, накачивать вот эту региональную мышцу. Я не буду говорить, что нет претензий к Москве, и даже очень крупных, я не буду говорить, что Москва ведет себя безупречно или даже сколь-нибудь адекватно. Но есть две возможности реагировать на это. Либо реагировать в рамках большой державы, да, говоря, что мы поворачиваем этот корабль, либо разваливать этот корабль на другие кораблики, и мы это уже делали. Я говорю «мы», потому что мы единое целое. Но как бы, я сопротивлялся этому всегда. Но мы развалили корабль под названием «Советский Союз», отвалили от него так называемые суверенные государства. Я вам могу сказать об основных результатах. Я не буду при этом говорить, что все стало только хуже. Наверное, одежда стала лучше, и кафе стали более уютные, и еще какие-нибудь показатели стали более хорошими. Наверное. Я только расскажу несколько базовых показателей, которые просто на всех кривых сразу поступают.
отдача количества продукции сельскохозяйственной с, неважно, квадратного метра, гектара или квадратного километра сельскохозяйственных угодий. Оно росло с конца 19 века в России. Стагнировало в 20-е годы, в начале 20-х. Даже в коллективизацию опять начало расти. И потом росло непрерывно до 90-го года. Все время сельхозугодья давали все больше, больше и больше продукции. Вам назвать, по всем официальным данным, насколько это упало после 91-го года? В 3,5 раза. 3,5 раза. Это первый показатель. Второй показатель – валовый внутренний продукт. Все то же самое. Третий показатель – знаменитый русский крест. Знаете, что такое русский крест? Это падение рождаемости и рост смертности. Да? Нет страны, в которой одновременно идет падение рождаемости и сокращение продолжительности жизни. Есть африканские страны, где идет бешеная рождаемость и сокращение продолжительности жизни. Вот есть дети, солдаты 10-летние, знаете. А есть страны, в которых идет продолжительность жизни, как бы удлиняется, страны становятся старыми, слишком много пенсионеров и так далее, а рождаемость падает. Но страна, в которой падала рождаемость и продолжительность жизни одновременно, это вот это 20 лет России. Все знают, что это называется русский крест. Есть оценки от 17 до 27 миллионов, это то, что нам это стоило. Это третий показатель. Четвертый показатель – беспризорники. Я до сих пор не могу понять, что произошло такое в стране, что до сих пор есть миллионы беспризорных детей, и никто не может прямо сказать, сколько их. Ну сколько? 2, 3, 5. Одни ведомства говорят 2,5, другие 3,5, 5. То есть, иначе говоря, мы пересчитали уже крупный рогатый скот, даже свиней, но не можем пересчитать своих детей. Что случилось? Что? Гражданская война? Что? И возникает честный вопрос, адресованный каждому. Каждому русскому человеку, я использую здесь слово «русский» так, как его используют американцы, называя нас всех «рашен», так они будут называть, когда будут бомбить. Значит, поэтому я бросаюсь так. Я говорю, что вот русский человек, молодой, хорошо или плохо живущий, он согласен получить 4 кофточки лучшие и сесть в лучшую машину, чтобы было 3,5 миллиона беспризорных детей. Вот кофточки будут лучше, мобильные телефоны лучше, и можно будет даже съездить отдохнуть, но будет 3,5 миллиона беспризорных детей. Вот согласен или нет? Только прямо. В этом и есть главный, в сущности, для меня тот, кто говорит согласен, в каком смысле уже не является русским. Поймите меня правильно. Это уже другая цивилизация. Это англосаксы. Сколько я буду получать? Да? Значит, вот эти 4 понятия. Сейчас я вижу здесь очень интеллигентный зал. Назову следующее понятие, которое для меня является самым больным. Россия переживала очень тяжелые эпохи, очень страшные эпохи, разные эпохи. Но никогда с 17 века в России никогда не исчезало одно явление – постоянное задирание культурной планки. Культурная планка повышалась всегда. Когда мужик не милорда глупого, Белинского и Гоголя с базара понесет, да? Придет, придет ли времечко, приди, приди желание. Да? Вот. Всегда повышалась культурная планка. Народ Станиславского, Мирхольда, Таирова, Вахтангова и других не может видеть по телевидению то, что он видит. Дело не в содержании сериалов, займусь этим 2 минуты отдельно. Дело в качестве игры. Это выпученные глаза, растерянный вид. Ничего не понимают, как, что надо играть, куда надо играть. Но я не говорю, есть несколько людей более-менее с органикой на весь театр. Но это не театр Смоктуновского, это не театр, так сказать, Лаврова, это не Товстоногов, это не Стурова, это не, так сказать, современник, это не Рыбин. Это совсем другое культурное качество, чудовищное, варварское. Не может страна Достоевского, Пушкина, Толстого, не можем мы это видеть. Теперь о содержании. Говорят, все нужно, чтобы все было теперь отечественно и так далее. Я месяц, 22 года уже, каждое лето, один месяц пишу какую-нибудь очередную книгу в Костромской «Гибнущей деревне». Рядом с ней поселок.
совсем небольшой. Там была фабрика картонная. Она не работает. Все разрушено. Там была замечательная библиотека. Моя дочь, которая училась в лицее, она как бы мне возила с собой книг на лето, она там с помощью этой библиотеки делала домашние задания. Все было. Книги выкинули первыми. Клуб, в котором все-таки показывали кино, это такой данс-притон соответствующего типа. Фабрика не работает. Стоит 3 или 4 магазина. И в них все есть. Я не буду обсуждать качество этих продуктов, но там все есть. Заходит женщина в этот магазин и говорит: запиши мне, у меня денег нет, да, под запись. А что нужно? Чипсы. Сколько стоит? Я забыл, 320 рублей, 400. О, как дорого. Ну, вот знаешь, вот тут дороже. Но все равно запиши. И моя супруга говорит: слушайте, у вас тут картошка хорошая, постное масло. Ну, вы пожарьте картошку, да? Говорит, будет лучше, потому что канцерогенов не будет. Да я понимаю, что лучше, а ребенок просит, плачет. Значит, существует уже система сдвига сознания. Вопрос уже не только в том, что как бы кто-то давит, а вопрос на том, как поддаются те, кто давит. С момента, когда человек сказал, там, ну вот, если мы шили мальчишки московской рекламы, что только в BMW, я читаю просто рекламу, проезжаю, это самое ненавидимое, больше я ничто я так не ненавижу, как рекламные щиты бесконечно. Москва превращена в Лас-Вегас в этом смысле. Это же не Париж, не Лондон, где чуть-чуть рекламы. Это просто все ломится, как у вас в Лас-Вегасе. И я читаю, ненавижу и читаю. Потому что очень интересно социально. Только выкинь свой 600-й Мерседес, есть тачка покруче. Это хорошая реклама? Это где может быть? В Англии? Рокфеллер выкинет свой 600-й Мерседес. А что такое тачка покруче? Rolls-Royce Band. То есть уже непонятно, что написано. Через всю улицу написано. Через всю улицу. Только в BMW последней модели ты можешь ощутить себя настоящим мужчиной. Так? Маленький пацан, лет 15, ему говорят, что ему как раз надо ощутить себя настоящим мужчиной. Это естественная потребность растущего организма. Он верит, да? Он что должен делать? Ему же не говорят, как заработать. Он может либо биты ему разбить и ощутить себя настоящим мужчиной, либо украсть и сесть в него. И больше ничего. Значит, соответственно, каждую секунду идет воспитание, которое формирует регрессивный тип человеческого поведения. И это воспитание, это программируется каждый день. И там, где на это программирование уже откликаются, там и наступает коллапс. Коллапс наступает не тогда, когда программируют, а когда соглашаешься. С этого момента наступает реальный коллапс. Так вот, сериал. Вы знаете, я в этой деревне сижу, и я же должен смотреть новостные программы, я не могу не смотреть. Я включаю, случайно попадаю на какой-то боевик. И мне жена говорит: что ты смотришь-то, что ты уже тоже пал? Я говорю: подожди, Маша, это интересно. В боевике какой-то наш мачо, такой супермен, все время спасает какую-то женщину, которая опасный свидетель, а ее пытаются убить, а он ее спасает, а ее пытаются убить, а он ее спасает, и так. Там 17 серий. Она все время от него куда-то бежит, ее тут же начинают убивать, он кого-нибудь убивает. Одна серия, следующая. И я чувствую, что там есть какая-то идеология, понимаете? Чувствую. Не могу ничего сказать. И хочу досмотреть до конца. В конце она наконец убежала, он уже всех стрелил, уже никого не осталось, чтобы, не скажу в России, но так. Вокруг него уже все повалено. Как лесоповал такой. Вот. А они сидят где-то в тамбуре, он курит, он говорит: слушай, отпусти меня, совершенно непонятно куда. Ты же меня любишь, там, трупы, ну отпусти. Говорит: да куда я тебя отпущу? Во-первых, тебя убьют, а во-вторых, у меня уже 5 друзей погибло за то, чтобы тебя доставить. У меня есть долг, у меня есть служение, я обязан это сделать. А, хорошо. Она попадает на суд, становится защищаемым свидетелем, ее куда-то прячут, он ее разыскивает. И говорит: выходи за меня замуж, это последняя сцена. Я тебя люблю, все прочее. Он говорит: нет, я за тебя не выйду. Как не выйдешь? Почему не выйдешь? Она смотрит: да у тебя какой-то твой долг на первом месте. Конец фильма. Теперь берем американский фильм «Телохранитель». Все смотрели? А что он переживает там?
Что он там переживает? Он переживает, что он не только законно, но и нравственно обязан был поехать хоронить мать. В это время стреляли в Рейгана, и он не закрыл его грудью. Он не сбежал. Он не закосил. Он имел нравственное право мать умерла. Он имел административное право, его отпустили. Но он не может жить, он мучается, потому что он не закрыл грудью Рейгана. Значит, в одном случае идея служения долга на первом месте, в другом случае говорит, да у тебя там какой-то долг, все, какая армия? Что отличает солдата? Это я когда-то, мы дружили с Леонидом Шебаршиным, ну, он, не то, что у меня был близкий друг, у меня были другие близкие друзья, но пришли его начальники, а вот тут как-то была такая дистанцированная, но хорошая, теплая отношение. Я никогда не мог забыть, как он вдруг написал: «Моя этика – профессионализм». Во, началось. Во, клятва Гиппократа. Профессия в чем? Красть, развращать. Да? Значит, она же не может быть этикой. Понимаете? Что отличает солдата от бандита? Не профессия же. Они одинаково стреляют, одинаково бегают. Служение. Идея служения. Если есть идея служения, миссия, это солдат. Если нет идеи служения, это бандит. Солдат, лишившийся идеи служения, это бандит по определению. Значит, что мы воспитываем? И это еще один параметр. Значит, идет декультурация, помноженная на это негативное воспитание. И это все вместе вызывает... ну, глубочайшую тревогу. Я не буду говорить о деиндустриализации и обо всем прочем. То есть я что хочу сказать? Что мы решили за 20 лет примерно 150 мелких проблем. Навязали бантики. Да, гораздо чище кафе, в нем удобнее, нет очереди, слава богу. Да, там где-то у привала. Но мы не решили, и наоборот, сломали примерно 50 проблем, без которых этот организм жить не может. Он не может без них жить. А значит, он начнет умирать. А когда он начнет умирать, то все эти мелкие приколы, все эти малоизвестные, там, тигры, сибиряки, там, помой, вот тогда все начнет сбухать. Это же бактерии, живущие в теле. Пока есть иммунитет, они не могут вспухнуть. Да, вот радикальный исламизм это круче. Он страстнее, его больше. Он реально готов убивать и все прочее. А это-то так себе. Оно еле-еле болтается на грани небытия. Но когда эти процессы начнутся все больше и больше, тогда эти бактерии станут новой матрицей, в которой все будет кристаллизовываться. В этом вопрос. Научный класс наш. Мой отец был заведующим кафедрой, доктором наук, кафедрой новой новейшей истории. В Московском областном педагогическом институте, он тогда не назывался государственный университет, так теперь, он был Московский областной педагог. Я не помню, получал он где-то в районе 700 рублей. А хороший рабочий получал 200. Значит, было совершенно ясно, что весь этот интеллектуальный класс в целом, он поднят над рабочими, над всеми остальными группами, примерно в 3,5 раза. Он поднят над ними. Это не важно, что они имели. Это второй вопрос. Главный вопрос состоит в том, что было показано с точки зрения социально-экономической, что это привилегированная группа, как целое. Ученые, инженеры и все прочее. Да? Это привилегированная группа. Получал 105 рублей, защищал кандидатскую диссертацию 195, вдвое, сразу, тут же, на следующий день. Соответственно, энергия текла в эти точки, потому что эти точки были социально привилегированы. Но они же были не только социально привилегированы, они были идеологически привилегированы. Если помним Гранина: «Эй, вы люди, знаете ли вы, что вас ждет? А я знаю, я только что оттуда». Герой идет в физический институт Академии наук на теоретические семинары, он входит после него, ему не нужно ни денег, ничего, он только, ему хочется крикнуть всем идущим по улицам: «Эй, вы люди, знаете ли вы, что вас ждет? А я знаю, я только что оттуда». Значит,
пересечение двух приоритетов, идеологического и социального, создавало из этой группы, да, продвинутую группу в обществе. Теперь все говорят, что мы должны модернизироваться, создать экономику там трех и пяти и шесть. Какие и? Причем тут Сколково? Я увидел там свою старую знакомую Кандализу Райс, которую когда-то мы звали Лиза. Ну, шутка такая была. Я был советником Рыжкова и руководителем его исследовательского центра Совета министров. Она была советницей Буша, старшего по национальной безопасности. Она наизусть знала все номера наших военно-промышленных заводов, ничего не понимала в советском, в отличие от Бжезинского, Эрмарта и кого-то еще, она не понимала ничего. Она такая перфекционистка. Она все учит наизусть, такой классический англосаксонский линейный типаж. Не буду грубее говорить, да? Вот так. Она учит что-то, сидят эти скоковцы в галстуках, и она с ними по-английски говорит. Ну хорошо, они выучат язык, у нее хороший английский язык. Но что она им может рассказать? Какой адванс? Кто она? Она никто. Значит, смысл заключается в том, что на сегодняшний момент, если мы не подняли все сословие на соответствующий уровень, да, мы не можем обеспечить никакого интеллектуального рывка. Мы не можем, это невозможно. Самое страшное, что это идет долго. Мы теряем инженерные школы. Что дальше? Вот дальше приходит какая-то другая власть. Она опомнилась, она все делает по-другому. Как мы воссоздадим инженерный корпус страны? Между 17-м годом и 25-м, когда мы начали создавать, было 8 лет. А сейчас их более 20. Но люди в возрасте, как они передадут знания? А там дальше-то разрыв. Военно-промышленный комплекс. Ну хорошо, в 50-е годы 20 века, в 40-е годы, в 30-е тем более, можно было теоретически купить немецкий танк, посадить в него советского офицера и стрелять в немцев. Этого не делали, вместо этого модифицировали танки Т-34 и так далее. Но теоретически можно было взять немецкий, скопировать, посадить и стрелять, потому что он был механический. Механический. Там были одни механизмы, только такие, железки. Теперь всюду электроника. И что делать с этой электроникой? Там везде заплатки. Там любой этот новый напичканный электроникой самолет, который купили, держит в себе заплатки. Я помню еще эпоху, когда вот я не занимался ни политологией, ни театром, а занимался геофизическими войнами, тектоника литосферных плит. И вот в институте, где я этим занимался, или в соседнем институте, не прямо в нем, а в соседнем, очень долго добывались для того, чтобы купить машину Крей. Была такая машина, она и сейчас есть, суперкомпьютер, для компьютерных расчетов. Она и сейчас есть, но тогда это было, понимаете, да? Это супер. Они его волокли мимо Какома, через секретные фирмы, через разведку, поставили, любовались, заложили в него всю базу данных, нажали на кнопку, он тут же выстрелил в американский спутник всем, что в него заложили. Они брали с нас деньги, делали вид, что не понимают, что наша разведка его вывозит, так сказать, на глаза это все вывозили, потом поставили и все выстрелили, положили закладку. Все то же самое будет с самолетами, с каким-нибудь космическим оружием. Совсем. Значит, мы не можем не иметь свою высокую технику. Не можем не иметь, если мы хотим быть в военном смысле состоятельной страной. Не можем не иметь. Но мы не можем ее иметь, если мы будем платить инженерам то, что мы платим. Это исключено. А у нас вот Минздрави приходят. Ну вот они приходят у вас, вот они за приходят. Вы хотите, чтобы сказать, прав ли я, будущее покажет, вот когда они начнут работать, посмотрим, как они будут работать. Мы видели, как работала техника в грузино-абхазском конфликте. То есть грузино-осетинском. Вот там мы видели, как работает техника. И как все переходили на низшие уровни техники для того, чтобы не оказаться рабами, так сказать, подобного рода вещей. А следующая система – это противоракетный оборот. Вот когда вот все спрашивали, почему мы так отбивались от станций в Чехии и Польше, почему нас именно это так беспокоило. И почти не было внятного ответа, потому что. Дело в том, что они ставили там ракеты,
которые летели со скоростью больше наших основных. И которые вдобавок могли быть снабжены небольшими ядерными головками. Это не были обязательно ракеты ПРО. Но даже то, что они летели со скоростью больше наших основных, говорило, что когда мы пускали через Северный полюс свои, они могли догонять и наносить удар. С того момента, когда они вместо этого поставили патриоты и Иджисы, как вы видите, наше руководство успокоилось. Я считаю, что оно рано успокоилось, когда патриотов и Иджисов будет много. Но вот эти GBI, которые они ставили в Чехии и Польше, они уже угрожали противоракетной обороне всерьез. Они позволяли им наносить первый удар. Но их концепция такая. Когда противоракетная оборона станет достаточной для того, чтобы уничтожить примерно 99% ответного удара, все будет хорошо. Я здесь вынужден подчеркнуть этот элемент концепции. Никто не собирается ставить противоракетную оборону на первый удар противника. Это невозможно. Нельзя обеспечить противоракетный щит, который, если русские первыми все выпустят, этот противоракетный щит все отобьет. Такого щита быть не может. Может быть другое. Если по-русски нанести первый удар и подавить их подводные лодки, их, так сказать, шахтные комплексы, их передвижные комплексы, которые уже непонятно остались или нет, все это вместе подавить до конца, то у русских все равно останется 5, 7, 10, 15, 20 опасных изделий, на которые не нажмут. Вот их надо поймать. Не весь зал, а то, что останется. Я излагаю вам не свою фантазию, не что-то, а статью Foreign Affairs. Здесь сидят интеллигентные люди, и они понимают, что Foreign Affairs — это ключевой американский журнал. Я могу просто развернуть страницы и показать, как все это обсуждено. И все зоны, включая ваши, обсуждены. Вот эту зону в Владивостоке надо подавлять этими ракетами в таком-то количестве. Поскольку подводки слишком редко выходят в море, поскольку от этих можно подавить таким количеством ракет. А в Северном море таким количеством, а шахты таким количеством. Нарисованы схемой. Русским объяснено, что в конечном итоге этот удар обойдется им даже не там, всего лишь 20% населения, что никто не собирается уничтожать 100. Теперь, до тех пор, пока англосакс считает, что кто-то может прорваться и ему что-то угрожает, он абсолютно пуглив и близко не притронется. Близко не подойдет. С момента, когда он понимает, что он безнаказан, он будет уничтожать, даже если не надо. Это природа. Это природа. Это инстинкт власти. Даже если не надо, слишком долго вас боялись и так далее, когда вы оказываетесь настолько без зубов, чтобы можно ударить, надо ударить. Вы на все согласитесь, все равно ударите. Потому что это создает триумф, повышает капитализацию, создает совершенно другое ощущение жизненное. Мы не можем не держать эту противоракетную оборону, но мы не можем ее держать, если мы платим инженеру 15 тысяч рублей или даже 20. Это исключено. И вопрос ведь не только в том, сколько мы ему платим. Вопрос заключается в том, чем он располагает. Но есть, как вам сказать, вот говорят, как плохо, наши патриотичные медики уезжают за рубеж. Ну плохо, конечно плохо, но он же не фельдшер и не знахарь. И не экстрасенс. Он хочет работать с современными лекарствами, современным оборудованием. Он профессионал. Что он должен делать? Значит, вся действительность по базовым параметрам искажена. Еще один параметр — квартиры. Очень много машин. Хорошо это, плохо, ну, предположим, хорошо. Я, например, так лично не считаю. Я считаю, что советский образ жизни, при котором машина была подчеркнутой роскошью, но было постоянно улучшающееся средство общественный транспорт, это лучше. Если общественный транспорт действительно классный, но предположим. Но можно без машины прожить, да? А без квартиры семью завести нельзя. Это не Индия, тут холодно. И на ковриках это не обзаведешься детьми. Поэтому совершенно непонятно, что имеется в виду под решением демографической проблемы. Даже если у людей есть желание заводиться детьми, они должны быть где-то размещены.
Значит, одно из двух, либо почти беспроцентная дисконверсия, это ипотека. Ипотека. Либо почти беспроцентная ипотека. И снижение стоимости, да? И, пожалуйста, пусть оно будет рыночное, либо бесплатное, как в Советском Союзе. Но как-то-то надо, это жизненный показатель, это неотменяемый показатель. Вопрос не в том, как можно отдохнуть в кафе. Вопрос не в том, что можно съездить в Корею. Вопрос в том, где заводить семью. Я все время говорю о том, что грубые проблемы десятками не решены, а мелкие решены. И возникает такая сладкая катастрофа, да? Запиши мне чипсы. Вот это все вызывает огромную тревогу, поскольку это несовместимо с жизнью. Оно же рано или поздно куда-то там разойдется. Ну что такое государство? Это армия. Что такое армия? Это молодой, сильный парень, способный создать. Когда мне говорят, называют слово «откормочные батальоны», официальные лица, не это оборот, говорят, откормочные батальоны, потому что он дистрофик, да? Его надо откармливать. Я не понял. Это что, ленинградская блокада? Что случилось? Откуда откормочный батальон? А ведь там не только об этом идет речь, о технике, о науке, обо всем вместе. И это все более и более сползает. Ювенальная юстиция. Вот эти новые два закона мы привезли сюда, мы как решили просто, что... Мы начнем первую презентацию своей общероссийской газеты. У нас газета с лицензией, со всем чем угодно, это сказать. Мы ее здесь презентуем. Смысл заключается в том, что нам показалось, что надо презентовать издание общефедеральное не в Москве, а на Дальнем Востоке, что в этом есть какой-то знак такой хороший. Вот мы действительно привезли сюда тираж. Это просто то, как мы именно боролись с этой ювенальной юстицией. Я в двух словах все-таки объясню, о чем идет речь. Понимаете, все дошло до момента, когда вторжение в семью уже начинает напоминать действительно глобальный фашизм. Это не патетика, не попытка запугать, это не торговля страхом. Это действительно так. А что этому способствует? Размытые формулировки. Ребенка можно изъять. Если своим действием, в скобках бездействием, вы не создаете ему нормальных условий жизни. Я спрашиваю эту барышню, которая замминистра Азархани, Третьяк, да? Третьяк. Чего она, Азархани? Образование. Чего тебе? Я ее спрашиваю, а что, кто будет определять? Нормальное, кто будет определять? Она говорит, ну это на усмотрение местной власти и любых инстанций. Как это на смотрение местных власти и любых инстанций? Вы там не знаете, что у вас вегетарианская семья. Приходит опека, открывает холодильник, смотрит, что нет мяса, да? Все. В другом месте будет сказано, у вас нет комнаты с игрушками. В третьем месте будет сказано что угодно. Наконец будет сказано, что вы там долго играете гаммой. И это насилие над ребенком. Ребенок слишком много занимается музыкой, да? Это насилие. Вы знаете, что у нас там уже какие-то всякого рода, суперинтернаты и школы для музыкальной и прочей подготовки начинают сокращать, потому что говорят, что в малом возрасте нельзя насилие это осуществлять над детьми. Да? Да. Вот. Значит, теперь вы осуществили насилие. Хорошо, но мы же знаем это все. Мы это проходили. У вас сосед. Соседа достали гаммой. Но сосед написал, что насилие по любому доносу. Любого человека. Если по попе, то вообще... Все, по заднице. То это колоссально. В каких-то регионах говорится, что как бы Наташу Захарову за удушающую материнскую любовь. Да? Там что, за совращение груди, кормление? Качание в основном. Вот нельзя так трясти. Это опасно для ребенка. Да, совращение груди. Что угодно еще. Да? Все что угодно. Вот мы посвятили целый номер, мы вот подняли вот этот протест. Вот я вам сейчас просто покажу, как это выглядит по стране. Это не безинтересно сейчас. Вот. Вот мы так собрали 141 428 писем протеста против этого. Да? Вот по всей стране. В чем тут политическая фишка? Политическая. В том, что Владимир Владимирович Путин 6 февраля 2012 года, выступая своим предвыборным обещанием, сказал,
что он предлагает ввести так называемое активное право. А по активному праву, как организации, которые собрали более 100 тысяч писем протеста, даже в интернете, что с моей точки зрения неправильно, вот, имеют право на альтернативное законодательство. То есть они могут внести альтернативный закон. Мы просто сказали президенту, что простите, а вот мы собрали 141 тысячу. Значит, у нас уже есть альтернативное право. Да. Вот. А что в итоге сказал президент? Президент отозвал закон. А, молодец. Да. Он не отозвал, неважно. Я сейчас объясню. Маша, я сейчас объясню. Второй закон, их там два. Закон там ФЗС 4200 с чем-то, там я могу эти номера запоминать, был назначен в Госдуму, и за день до нашего внесения президенту 141 тысячи он числился на рассмотрение. В день, когда депутаты пришли, его в повестке не было. Вот это факт. Его в победе факт. Я не хочу это рассказывать как победу, я не знаю, что будет дальше. Я знаю только, что какой-то тормоз возник, и что наша концепция протеста заключается в следующем. Просто бегать по площадям бессмысленно. Но если по ключевым вопросам здравоохранения, образования, вот этого структурного контура, ювенальной юстиции, ВТО и так далее, будут собираться эти сотни тысяч и возникать активное право. Активное право есть в Великобритании. Владимир Владимирович очень рискованно его предложил. Вот. Но он же его предложил. Наверное. Но теперь он скажет, что погорячился? Вряд ли. Вряд ли. А письма, понимаете, живые с адресами. Их невозможно опровергнуть. Они все находятся в президентской администрации. Это, между прочим, по количеству больше, чем в этом пространстве. Вот так вот. Это комната. Заложенная коробка. Значит, соответственно, если люди это все собирают, и у них есть свои законы по здравоохранению, образованию, развитию Сибири, Дальнего Востока или чему-нибудь еще, то они могут эти законы иметь право рассматривать их на пленарных заседаниях Думы, там, под телевидением, под все прочее. Уверяю вас, что если это произойдет так, то внутренний психологическо-политический климат в стране очень изменится. Поэтому сказать, что это артель напрасный труд, я никак не могу. Но главным здесь, конечно, является не это. Главным является то, чтобы любое недовольство происходящее, как бы, сколь бы острым оно ни было, оно не могло быть обрушено на государство и страну. На власть, да, но государства и страны нет. И это, конечно, вот то, что призрак говорил Гамлету, да? Но что бы ни случилось, не посягай на мать. Да? Вот есть что-то, что находится вне серы посягновения. Это государство, это территориальная целостность, это как бы страна с ее исторической традицией. Власть, пожалуйста. Что происходило в конце 80-х годов? Люди не раздражались коммунистической номенклатурой тем, другим, пятым, десятым, они кипели. Впереди вышла какая-то группа. Она схватила всю эту энергию. И повернула этот пояс, направление, так сказать, требования политических изменений на развал. В результате русский крест и все, что я вам сказал. Второго раза страна не выдержит. Вы мне скажете, что этого нет. Как нет, когда все они говорят перестройка 2? Немцов говорит, Белковский говорит, все подряд вот эти либеральные лидеры говорят перестройка 2. Нам нужна перестройка 2. Как нет, когда уже сказано, что мы должны отделить некачественные геополитические активы. Некачественные геополитические активы. Это Кавказ и так далее. Да? Хватит кормить Кавказ. Мы его отделили. Там пошла вахабизация. Тут же взорвалась Астрахань и Поволжье. И вся эта плита обломлена. И что там мы будем делать? Ядерное оружие использовать? Или вакуумное, как использовали? Простите. Уже же использовали. Вам скажут, Сибирь, Дальний Восток. А дальше что? А дальше что? Значит, все это запускается уже сейчас. Значит, естественное желание состоит только в одном. Пусть политический протест будет модулирован патриотической державной чистотой. Пусть он будет чистым в смысле государственным прочим. Его нельзя убрать. Есть очень много возмутительного в том, что происходит. Но он не должен быть начинен деструктивно антигосударственной энергией.
Теперь мне скажут, а кто-то вы что-нибудь такое выдумали, а кто это начиняет. Я вам сообщаю информацию, которую все можете проверить, теперь есть интернет, зайдите, посмотрите. Не успевают убить Якубова, Файзова и всех прочих. Как? Татарстан, в котором стоит такая, знаете, блондинистая, изящная девушка из какого-нибудь такой либеральной среды, держит плакат и написано «1572 год, не забудем, не простим». Взять оказывается. Вот. Она не хочет забыть и простить. Я вам покажу эти плакаты. Я серьезно говорю. Значит, приезжает Удальцов в Татарстан и говорит, что наши естественные союзники – это Хизбут-Тахрир и татарские националисты. Теперь я объясняю, что такое Хизбут-Тахрир. Это и есть классические салафисты. Это запрещенные организации. Это организации, которые считают, что на Земле есть только одно пространство – ислам. Это такой черный флаг над земным шаром. Это не организации, которые говорят, дайте нам больше ислама. Это организации, которые говорят, где нет ислама, будет, всех зачистим. Это Хизбут-Тахрир, это все знают. А почему их не арестовали? Что-что? Почему власти не арестовывают эти организации националистов? Ну потому что я не знаю. Вот я как бы. Я им сейчас позвоню и спрошу. Скажите, от чего их. Значит, я. Вы можете включить это в интернет. Проверьте, что я не выдумываю. Хизбут-Тахрир и татарские националисты. Я говорю, при чем тут Хизбут-Тахрир и татарские националисты? При чем тут это? Ну вы хотите бороться за то, чтобы страна, скажем, была либеральной. В ней были свободные суды. Вы хотите свободных судов или судов шариата? Но вы скажите все-таки, о чем идет речь? Если мы хотим свободное законодательство там, с выбранными судьями, судом присяжных и так далее, это одно. Если мы хотим суд шариата, ну давайте, все, начинаем. Но для Хизбут-Тахрира нет другого суда, кроме суда шариата. И нет никакой демократии. Знаете, как они это называют? Да? Они называют это демократией Аллаха. Демократия человека невозможна. Есть только демократия Аллаха. Мне скажут, а что это за тенденция, так сказать, в мире? А очень интересная тенденция. В Сирии сейчас 6 тысяч боевиков Аль-Каиды. 6 тысяч. Но надо понять, что боевик Аль-Каиды, это ну, спецназовец, по отношению к которому 10 нормальных солдат, это только чтобы его сдержать. Это люди высшей квалификации. 6 тысяч человек. Значит, как ведется любая, как американцы ведут эту историю? Они зажигают точку протеста. Если эту точку не подавляют в течение 10 дней, то ее признают представители воли народа и начинают поставлять финансы. Потом оружие, потом легионеров, добровольцев, потом спецназ, потом техническую помощь, потом бомбардировки. Это новый вид гуманитарной операции. И оно отвечает Ливии. Кто власть в Ливии? Кого они привели в Ливию? Аль-Каиду. Кто сидит в Сирии? Аль-Каида. Потом консул у них. Что? Потом консул убили их же. Консулы это отдельный вопрос, могу рассказать, это как они делают отдельный вопрос. Не об этом сейчас главное. Главное заключается в том, что именно происходит в Сирии сейчас. В Сирии уже находится корпус стражи революции исламской. Генерал Сулеймани уже сидит в Сирии. Он уже объявил, что я там нахожусь и черта с два оттуда уйду. Мы там стоим. Значит, если американцы трогают Сирию, то они трогают Иран. Иран отвечает, и они должны перенести на Иран. Я имею достаточно надежную информацию о том, что Китай предупредил американцев, что если они трогают Иран сухопутно и мощно, то из определенного места Пакистана, про которое мы знаем, будет нанесен китайский удар. Значит, мы все сидим уже на грани мировой войны. Вот каждую минуту. Теперь, если это реально вживую мы до этого докатились, и когда мы говорим, до этого не может быть, да я думаю, что и не будет сейчас еще. Но в 2014 году тоже так думали. Ну кто думал, так сказать, знаете, может быть, другого поколения этот анекдот, как к мужчине пришла волшебница и говорит, что я выполню твои просьбы. Он говорит, хочу быть красивым, известным, иметь шикарную жену, огромное состояние, потом подумал, говорит, и войти в историю. Он говорит, хорошо, я все выполню. Просыпается дворец, воровать под каланкином,
так сказать, к нему там вносят кофе, там на золотом подносе, еще что-то. Потом входит шикарная жена и говорит: Фердинанд, пора ехать в Сараево. Мы каждый день ждем, что будет происходить в Израиле, да? То есть возникнет или не возникнет ядерный ответ. По этому поводу второй анекдот, это как чечен поймал золотую рыбку. Ну, поймал золотую рыбку, но... Я выполню три твои желания. Говорит, какие желания? Я тебя сейчас пожарю, мне никакие желания не нужны, как раз все будет хорошо. Нет, говорит, ну ты послушай, я тебе пример приведу. Ну, рассказывай, но быстро. Меня поймал еврей, попросил три желания. Миллиард денег, дворец, и, значит, там, чтобы в подвале еще лежало отдельно золото. Он говорит: о, теперь у меня тоже есть три желания. Фамилия этого еврея, адрес и телефон. Я не рассказываю, это не бытовой анекдот, это анекдот по поводу того, что сейчас будет происходить между Израилем и всем остальным. Да? Фамилия, адрес и телефон. Значит, его возникли желания живые. Так-то он не хотел, а вот ограбить — это хорошо. Значит, эффектно. Значит, смысл заключается в том, что весь мир начинен вот этим как бомбой. И на самом деле, по большому счету, у мира нет ответа на очень фундаментальный вопрос о том, как жить дальше. Вот. Завершая это, а это основное, я хочу обратить ваше внимание на том, в чем была сила Маркса, как мы понимаем сейчас, и в чем была его слабость. Маркс очень точно указал слабые места капитализма в том смысле, что и Ленин тоже. Неравномерность развития, вот сейчас Китай, Америка, да, это как раз то же самое, что было между Германией и Соединенными Штатами. Так сказать, абсолютное обнищание, говорят, где абсолютное обнищание. Но если у нас мир глобален, то я могу показать, что каждый год миллиард самых нищих становится более нищими, а миллиард богатых становится богаче. Значит, все это есть. В чем была слабость? Слабость была в том, что Маркс не сказал о том, что капитализм предложил определенную модель человека. И эта модель провалилась. Вопрос не в том, как провалилась экономика, рынок, сколько продуктов, как их распределяют между людьми. Вопрос в том, что тупиковая модель человека. И в этом смысле очень важно без демагогии и нововведений понять все-таки сейчас, в 2012 году, что же такое для всех классиков был в чистом виде коммунизм. Что такое коммунизм? Ни социализм, ни что-то. Что такое коммунизм? Ответ простой. Коммунизм – это раскрепощение и пробуждение высших творческих способностей в каждом человеке. Все. Как это виделось Марксом, Лениным? Но только так. Никто из классиков никогда не говорил, что коммунизм – это изобилие, что это дешевые продукты. Это сказал сумасшедший Хрущев в 1962 году, когда все и покатилось под откос. Никто, Ленин, там, Маркс, Энгельс, никто никогда не говорил ничего, кроме человека, что я сейчас скажу. А ведь в Италии, в других странах никогда не было так, чтобы христиане и коммунисты были отдельно. Но это было просто невозможно. Там слишком много было в ходе войны христиан, которые продолжали причащаться и одновременно брали партбилет и все прочее. Ну, и итальянская компартия была очень сильно связана со сталинской, а сталинской это было нельзя, поэтому они не делали из этого теорию, они просто принимали как правду. И пелось две песни в итальянских партизанских отрядах. Одна была для светских коммунистов, «Бандера Росса», «Красное знамя», «Аванти Попле», «Рескоса», «Бандера Росса». А вторая песня была, которую пели христиане-коммунисты, она называлась «Росса Примавера», «Красная весна». Вот «Красная весна» — это пробуждение и раскрепощение в человеке высших творческих способностей. Пасха. В этом была задача коммунизма. Что сказал проект «Модерн», который сейчас рушится? Он сказал, что это невозможно. Да, как говорили коммунисты, что беда не в том, что люди нищие, хотя и это страшно, а в том, что в каждом из них убит Моцарт. Моцарт есть не в каждом, это все песни. А человек – это злое существо, которое надо сковать корсетом различного рода норм, законов там и всего прочего, и использовать его зло. Вот все будут грызться со всеми, а в итоге все будет двигаться вперед. А все опять будут грызться, а в итоге все будет двигаться вперед. И вот эта модель нормального человека, у нас высшие должностные лица иногда очень любят говорить, удлиняя букву «Р», так, «нормальная жизнь».
нормальным. Так вот эта модель нормального человека, она и была реализована с 1570 года по настоящее время. А теперь, потом оказалось, что эта модель не работает. Что накапливается дикое вещество скуки, накапливается эта агрессия, накапливается эта неспособность человека ощущать, как его сущностные силы умертвляются этим каркасом. И все это взрывается. В 14 году, 1914, вдруг оказалось, что все поля Европы засеяны трупами. Миллионами трупов. Из-за чего? Что случилось? С этого момента модель исчезла. И тогда русские предложили эту красную весну. Маяковский же сказал, я как весну человечества, рожденную в трудах и бою, пою мое отечество республику. Весну человечества. Они ее предложили на своих основаниях. Это были гигантские хилястические ожидания русского тысячелетия. Это было связано с представлением русских о целостности, а не об отсутствии вот этих всех норм модерна. Русские никогда не развивались через модерн. Все развивались через регуляцию правом. Магдебургское право, римское право и все прочее. Русские только через культуру шли, начиная с 18-го уже точно. Это была вообще другая модель, которая легла на советскую. Потом ее слили. Не будем обсуждать как. Теперь оказывается, что та модель, которая была, кончена. Кончен этот человек. Это нормальная жизнь, к которой все стремятся, она оказалась несовместима со всем, что сейчас происходит. Да, конечно, конечно, если вопрос заключается в том, чтобы женщина, там, вставая утром и увидев, что у нее локоток в эту сторону, а не в другую, завивается, могла себе кофточку в магазине купить под локоток, под локоток, который не так завивается, то, конечно, только рынок. Какой план? Какой план? Никто же не знает. Но только мы знаем, чем за это приходится платить. За это приходится платить помойками по всему миру, которым уже захлебывается цивилизация. Потому что выставил эти товары, эти взяли, эти не взяли, остальные в помойку. Это взяли, это не взяли, остальные в помойку. Советская машина и современная западная машина — это принципиально разные цивилизации. Советская машина, там, победа, во-первых, должна была ходить бесконечно долго, во-вторых, ее должен был чинить сам автолюбитель. Он в нее лез. Западная машина — это машина, которая останавливается сразу. Гипермаркет и советский магазин — это абсолютно разные цивилизации. Потому что советский универмаг с табличками, верхняя одежда, там, женская, мужская, галантерея и так далее, существовал для того, чтобы женщина быстро прибежала в магазин, купила то, что ей нужно, и шла в семью. То ли там ходить в кино, то ли куда. Современный гипермаркет — это критоминойский лабиринт, в котором женщина и должна отдыхать. Она должна проводить 7, 8, 9, 12 часов. Он создан для того, чтобы было так. Это называется шопинг. Да? Я пошел купить хлеба, а купил 100 товаров. Неважно. Это... Она должна была освободиться от покупок и идти в кино или на симфонический концерт. И там отдыхать. А здесь она должна отдыхать в магазине. В магазине. И вопрос заключается совершенно не в том, в какой степени мы, так сказать, можем повторить их модель. И чем это для нас кончается? И расскажите мне, в рамках этой модели, какое место России в производстве вещей? Что Россия производит? Она не производит сельское хозяйство, потому что в Бразилии 3 урожая в год, а у нас нет. А во Франции и Америке 1 евро или 1 доллар на 1 доллар продукции дотация. Доллар на доллар. 100% дотация. А нам сейчас ее запретили вообще. Да? По ВТО. Значит, сельское хозяйство ноль. А дешевые товары пойдут из Китая. Хай-тек в условиях этого Джексона Веника пойдет оттуда. А отсюда что пойдет, кроме сырья? А для сырья нужно 30 миллионов. Для сырья не нужно 130, 140. Для сырья нужно максимум 30. Что должны будут делать остальные 100? Оружие. Оружие? Ну тогда платите. Платите людям. Тогда делайте то единственное, что мы предлагаем. Вот я хочу вам сказать, что можно быть абсолютным коммунистом или либералом. Так происходило много раз в моей жизни, что я сначала что-нибудь говорил, через год повторяли все. Это я не шучу. Это действительно так. Вот я год с лишним назад, на сути времени, сказал метафизика в политике. Все сказали, что у меня сошел с ума. Какая метафизика? Теперь все говорят о метафизике. Вот смотрите. Все. Да? То же самое будет через год, через полтора. Единственное, что мы можем сделать, коммунистам или либералам, это национализировать все, что составляет экспортный потенциал страны.
Это нефть, газ и так далее, плюс все, что было создано нашими отцами и дедами, красноярские господства. Это надо национализировать, сформировать из этого бюджет и передать этот бюджет в руки ученых, инженеров, военно-промышленного комплекса, новых технологий, государства. Это ядро должно быть государственно директивно планированное. Все остальное надо освободить от части налогов. Пусть оно развивается, только пусть оно не наркотиками торгует, а какими-нибудь там лифчиками, там, не знаю, чем еще. Ради Бога, сколько хочет. Тогда, может быть, за 5, 7, 8 лет можно куда-то выбраться. Причем у нас самое главное, уже у нас нет ни ворующих менеджеров для этого государственного сектора. Мы, так сказать, там-то придется очень страшным образом разбираться. Если этого не произойдет, то рано или поздно просто от гниения это рухнет. От гниения мы сформировали определенный класс. Ельцин поклялся, что за 5 лет он сделает капитализм. Да? Он это выполнил в стране без первоначальных накоплений. В стране, где не было торговцев, кузнецов, как в средние века, каменщиков. Да? Где никто не имел первоначальных накоплений, кроме бандитов. Естественно, он создал криминальный капитализм. Этот капитализм начал пожирать страну. Он абсолютно отдельная вещь. Когда мне говорят, а теперь он стал хозяином, у него проснется чувство хозяина, перестанет воровать. Я говорю, что за сказка? Всегда привожу пример, я обожаю собаку, у меня среднеазиатская овчарка своя. Я ее кормлю всем, чем могу, хорошим, чтобы было. Но если она увидит ежа или белку, она же задавит, потому что у нее инстинкт. А у криминального бизнесмена свой инстинкт. Он приходит на завод и смотрит, где окно в таможне. Как избегать от налогов? И так далее. Он же не смотрит, как развивать производство. Значит, соответственно, эта криминальная опухоль начала все сжирать. Теперь все спорят, что опаснее, метастазы в бюрократические органы или сама опухоль. Слушайте, вы так и в медицинской сфере тоже будете обсуждать, что опаснее метастазы или опухоль. Это единое целое. Значит, для того, чтобы с этим бороться, нужны соответствующие методы, иначе это все сожрет. Вместо того, чтобы хотя бы честно посмотреть на эту проблему, что говорится вместо этого? Ой, давайте займемся, пусть у нас суды будут честными, давайте суды пусть будут честными. А чего они станут честными? От того, что у них придет Навальный, он станет президентом, и что? И здесь что-нибудь изменится? Почему? Я не буду обсуждать Навального, это отдельная песня. Но почему что-то изменится? Ничего не изменится. Здесь будут сидеть те же бандиты, они будут так же платить, а судья будет также брать. А чего все изменится? Ну, будут выборы, и что? Вопрос заключается в том, чтобы наконец понять, что если мы в ближайшие годы что-то не решим по-крупному, да, там жизнь будет невозможна, там будет много красивых бантиков на трупе. Все, теперь вопрос можно задать. Вы очень долго с огромным негодованием меня слушали, но теперь вы уже можете наконец удовлетворить свое желание. Да, я уже могу понять. Да, да. Скажите, пожалуйста, а долго слушать очень плохо. Нет, это хорошо. Ну, видите, потому что, да, я очень извиняюсь, да, за вот возможное нетерпение. Девушка, прошу прощения, давайте решим вопрос. Нужно ли сделать перерыв на 10 минут? А не надо. Да, драгоценное время. Давай так. Оглоблена Людмила Борисовна, преподаватель кафедры рекламы и связи с общественностью Дальневосточного федерального университета. Да. Меня первый вопрос интересует. Вот я слушала, да и в принципе поняла, о чем идет речь, но вот возникает один вопрос, а что делать-то дальше? Понятно, это все понятно, и все эти базовые вещи, на которых сейчас, которые, ну, распались в нашей стране, мне уже давно известны. А делать-то что? То есть выбора со всех средств массовой информации нам говорят, что кто кроме него. То есть нас уже зомбируют тем, что выбора нет. Вы сейчас говорите там, выборы, а зачем? Вот я задаю вопрос себе, да, если меня не устраивает мой муж, я могу его поменять на другого человека. Я точно знаю, что выбор у меня есть. Почему мне сейчас навязывают со всех сторон, что у меня кроме этого президента выбора нет? А я верю, что он есть. Вот что делать нам сейчас людям, которые узнали о том, что все плохо, мы катимся в тамтарары, а делать-то дальше? То есть, если надо пойти проголосовать, я проголосую. Если надо выбрать человека, я выберу. Должны быть какие-то базовые критерии оценки. От чего опираться мне, вот и всем сидящим здесь? Я надеюсь, ну, люди, которые находятся здесь, меня как-то поддержат. Но просто я вот не понимаю, дальше-то что? Конкретнее, вы замужем? Сейчас. Это я просто такой базовый пример. Понятно, да? Вот что делать надо? Выбора нет, есть президент,
который, так полагаю, очень многих не устраивает. У нас будем как муж, раз и навсегда, раз всю жизнь. Вот да. Я вам отвечу. Вопрос очень серьезный. Я вам отвечу. Конечно, вот вопрос очень серьезный, совершенно нормальный. Я даже не буду говорить о том, что все-таки параллель между президентом и мужем. Я вам желаю когда-нибудь так полюбить человека, чтобы с ним прожить всю жизнь и не думать каждую минуту о том, как вы его поменяли. Это же не брачный контракт. Выборы и процесс замужества – это разные вещи. Конечно, их можно в англосаксонской культуре приравнять друг к другу, подписать контракт и все прочее. Только я убежден, что в итоге русская женщина счастливой не будет. И вообще, в принципе, предполагается, что женщина может всю жизнь жить счастливо с одним мужем. А вот президентов меняют по конституции. Правильно? Значит, вещи это чуть-чуть разные. Но не будем на этой мелочи отвлекаться. Где я сказал, что не должно быть выборов? Я сказал о совершенно другом. Я сказал о том, где именно находится фокус болезни. Давайте, вы, если вам это все известно и вы со мной согласны, то вы первый специалист по рекламе и маркетингу, который со мной соглашается, это очень ценно. Пожалуйста, значит, смысл заключается в том, что либо существует вот этот криминальный класс, который пустил эти метастазы куда-то, да? А сверху над ним, и когда-то это у нас называлось базис, да? Ну не совсем это, ну не ваше средство труда, да? Условно. А это есть надстройка, которая состоит из институтов, президента и многого другого, да? Если вот эта штука вот такая, базисная, то от того, что вы начнете только менять надстройку, ничего не изменится, согласитесь. Базис-то останется прежним. Более того, процессы, которые запустили, носят регрессивный характер, да? А в регрессии нет революции. Я объясню. Как бы, что это классы, чем определяется? Говорится, классовая борьба. Класс – это собственность на средства производства. Да? Орудие средства производства. Фомка – это средство производства. Воровская. Нет, да? Значит, у нас нет классов. У нас есть собственность на воровство. Значит, сказать, собственно говоря, классовая борьба тоже невозможна. Она существует в восходящих обществах, да? В которых капиталисту нужно кормить рабочего, насыщать его, чтобы он производил продукцию лучше, чем соседи. Да? Тогда в исходящем потоке возникает марксистская классовая борьба. Итак, вы говорите о выборах. Варианты еще есть, революция, да? Или что-нибудь еще. Но все эти варианты зависят от того, какой диагноз вы ставите этой ситуации. Если мой диагноз правильный, то я вам скажу, как выходили страны из этой ситуации. В чем исторический опыт стран? Исторический опыт стран двояк. Либо это называется состоянием первоначального накопления капитала. И тогда говорится, что какая-то часть этого капиталистического класса хочет выходить из этого первоначального накопления капитала. Может, это самая грязная часть, которая боится, что ее на Западе прищемят. Или, наоборот, самая чистая. Но она объявила, что с первоначальным накоплением закончено. Как это было объявлено в 30-е годы в Соединенных Штатах. Тогда эта часть класса начинает зачищать другую. Гнойник убирается здесь, он выводится на надстроечные процессы. Если же этого не происходит, то это все падает, в теории системы называется на трактор. Знаете, на такой вот натянутый брезент, как пожарник иногда, когда горит дом, натягивают брезент, чтобы, так сказать, люди из горящего дома на брезент выпрыгивают. Тогда вопрос возникает о том, где от трактор сборки посткатастрофической. Либо до катастрофы произойдет вот это, и это называется революция сверху, либо после катастрофы произойдет эта сборка, и это называется посткатастрофическая сборка. Я других вариантов не вижу. Это исходит из моего представления о диагнозе. Но сводить этот диагноз к деталям надстроечного процесса, хорошо, здесь есть, я же не говорю, что надо сохранять. Так веселее, можно проголосовать за другого. Но если меню формирует правящий класс, то он и сформирует то меню, которое нужно. Каким образом контрэлита, находящаяся вне регрессивного процесса, и что это за контрэлита, может что-то сделать? Я знаю один процесс, когда такое спасение произошло. Я знаю, как страны гибли. Я считаю, что залетели очень сильно. Очень сильно. Что тупик гораздо глубже, чем может показаться. Но я знаю, что Рим залетел так же. Вот поздний Рим
залетел так же. И если не было бы катакомбного христианства, и Константин не принял бы христианство, не удержал бы Рим, потом институт папства и Византию, то, может быть, Европы не было бы вообще. Но она есть. Она продлилась на 2000 лет, и много сделано. Почему? Потому что находились некие контрагрессивные катакомбные группы, из которых что-то выходило наверх. В условиях подобного процесса. То может выходить сверху и снизу. Я больше ничего не вижу. Если вы видите и считаете, что этому заболеванию может помочь аспирин выборов, у вас температура, помимо прочего. Я говорю, температура, я простите, не у вас, да, я не знаю, у некого господина Н. Температура, да? И господин Н говорит, у меня жар и все прочее. Я знаю, что это господин Н в последней стадии определенные заболевания. Но если дать ему аспирин, у него понизится температура, ему станет легче. Но давайте дадим ему аспирин. Я не против. Сколько раз по очереди орали, что нужен там Ельцин, да? Ельцин, это просто кумир. А, старое чудовище, пьяница, прочее. Нет, тогда лебедь. Нет, не лебедь. Нет, Путин. Боже мой, Путин. Нет, не Путин. Нет, еще кто-то. Вы знаете, что это мне напоминает? Я сейчас, я вижу руку и сейчас скажу. Так сказать, еврей приходит к раввину и говорит, рабби, у меня очень большая неприятность, у меня куры. Он говорит, и что? Вы посоветуете что-нибудь? Он говорит, а как ты сыпешь корм? Он говорит, ну просто беру, сыплю. А ты пробовал квадратом? Нет, ну посыпь квадратом. Приходит, опять дохнут рабби, треугольником. Ну, потом кругом. Говорит, все сдохли рады. Говорит, жаль, у меня было еще столько геометрических возможностей. Я еще сколько мог фигур геометрических. Вы говорите, дайте мне свободное право насыпать корм не кругом, а квадратом. Говорю, пожалуйста, сыпьте его. Но если вам дороги куры, то разберитесь, что с ними происходит. С курами, с моей точки зрения, происходит это. Простите, пожалуйста, вы да. Ну так кто из нынешних современных кандидатов все-таки способен вот это сделать со страной? Кто может дать нам этот аспирин? У нас агитационное мероприятие. Вот, я говорил, да, что не перед выбором. Что у вас тут выборы идут. Запишите. У нас просто деструктивно говорят, кто мы Путина, а кто вместо Путина? У вас что проблема? Вы же философ. Опять Зюганов, Жириновский, они были Ельцин, Жириновский, альтернатива Зюганов. Я Путин тоже сказал. Если вас Катя сказала, да? Катя, милая, понимаете, в чем дело? Я вот показываю спектакль, я действующий театральный режиссер до сих пор. У меня после спектакля сидит набитый зал. Из таких вот примерно как бы очаровательных молодых девушек, как вы. Я не знаю, как вы, может, вам и не понравится. Но сидит и, открыв рот, слушает. Потом, когда спектакль кончается, через 4 часа, ребята и девчонки выходят, я выхожу к ним, и они стоят до 6 утра и спрашивают об исхождении Святого Духа, там, о, так сказать, резервных возможностях человека. Бог знает, что это, даже не о выборах, да? Я точно знаю, я могу поехать в Авиньон или Эдинбург, я точно знаю, что это мертво. Я не знаю Латинскую Америку, оказывается. Весь остальной мир я хорошо знаю. Да? Это самая живая страна, ну, как культурнее сказать, скажешь, белая раса обидится. Ну, это самая живая страна европейского человечества, да? Это самая живая страна, точно вам говорю, абсолютно живая. И я не хочу, чтобы этой стране дурачили голову, понимаете? Я ничего не хочу, у меня нет никаких ни честолюбий, ни амбиций. Я 10 раз уже их насытил тем, что есть. Я не хочу, чтобы ей дурачили голову этой стране. Я не могу, когда я то, что я знаю про Навального, я не могу, когда мне говорят, что он спасет от коррупции. Это невыносимо по отношению к вам. Он на отмывке работал с самого начала своей карьеры. Ну, с самого начала. Но когда говорят про Касьянова, и в его аппарат, я там всех знаю, Мерзликина и так далее, да? Ну, это профессионалы, понимаешь? И когда вдруг говорят, что они будут спасать от коррупции, это просто смешно. Кроме того, нет никакой коррупции. Я первым человеком был, до меня были Гуров, Щекочихин и мой друг Овчинский, которые писали о мафии в Советском Союзе. Я был первый, кто начал писать об этом политически. У нас уже нет мафии, у нас новые формы социально-политической организации общества. Они гораздо страшнее, чем мафия. При чем тут мафия? Значит, вот от такого заболевания будет лечить Касьянов, Немцов. Кто? О чем идет речь?
о том, что эти делятся, эти, значит, едят не до конца и на кости обглоданы, а есть мясо, и они кидают это мясо бюджетникам и прочим. А этим хочется съесть все, и они не считают, что нужна кость. А мы хотим, чтобы у людей было мясо, да, а не кость обглоданная. Это же разные вещи. Соответственно, возникает главный вопрос. Вот вы сколько здесь не ставьте того, что представляет вот это. Оно будет повторять то, что хочет это. Класс заказывает политику. Если класс такой, значит, есть две возможности. Первое, что часть этого класса, меня призвали тут не заниматься предвыборной агитацией, поэтому я буду говорить абстрактно, да? Вы сейчас меня поймете. Часть вот этого класса, загнанная в угол Западом, да? Загнанная в угол Западом, вдруг сообразит, что нужно государство. Просто для того, чтобы зарыть сбережения и огрызнуться. Да? Вот если она это сообразит, то не так все трудно сделать. Они уже присваивают Пусси Райт премию Сахарова. Премию Сахарова. Значит, соответственно, либо вот здесь произойдет вот эта операция, называется она «загнанный зверь», либо не сам зверь, а кто-то еще здесь же начнет прыгать на другую часть и произойдет разборка, либо все рухнет. И тогда уже будем разбираться на посткатастрофическом рельефе. Да? То, как делать. Вот я вам фигурально накидал некие возможности. Простите, вот вы, да. Потом я вижу девушек. Да? Наливайко Павел, студент 5-го курса кафедры политологии. Вот как раз вы затронули тему Пусси Райт, и мой вопрос был посвящен именно этому. Вот вся страна, вот и мы потом на Дальнем Востоке наблюдали за этим процессом. И действительно, это достаточно новый, так сказать, актор, в кавычках, на нашей и политической, и общественной арене. Вот каково отношение и вашей организации, и вас в том числе к этим процессам? То есть, как вы видите, это некое именно событие со стороны Запада, или это действительно то, что назревало в нашем обществе, и к чему это привело, так, как говорится, метастаза? Я вам отвечу честно. Да? Могу ответить честно. Я никого не буду. Значит, я, как бы, молодость – это порог, который быстро проходит. Да? Значит, я как бы довольно давно наблюдаю эти процессы с близкого расстояния. И могу вам сказать, что когда сейчас действующему руководителю Русской Православной Церкви меняются некие грехи в вину, то это и правда, и наглая ложь одновременно. Это абсолютная правда, потому что все так. То есть не все. То, что они сделали. Вот этот фотошоп они соорудили, да? Это вы должны знать. Это Вигелянский соорудил фотошоп, да? Ну, с часами. Часами. Ну, неважно. С нано-пылью это все так, да? Неважно. Но только один вопрос. Они же все это знали, еще когда он был митрополитом. Были статьи, водочный митрополит, да? Был такой Валерий Александрович Лебедев, заместитель Владимира Александровича Крючкова, который держал православный банк, и это были вот тандем Кирилл Лебедев. Это все известно. Вот откройте газеты 90-х годов, включите компьютер, у вас в руках неограниченные возможности проверять мои данные. Табачно-водочный митрополит. Они кричали об этом, но это же не помешало его выбрать, ничего. Теперь я вам отвечаю. А предшественник? Включите опять компьютер, и там будет Гюльнара Сотникова. Гюля Сотникова. Стоит как бы первая глава церкви, рядом стоит дама. И когда высшие иерархи целуют ручку, надо заодно даме. Гуля, она торговала китайскими товарами, она была к вам ближе, да, чем виноводочная, они шли с другого. Так, а перед этим Софринская фабрика, так сказать, церковных изделий, матриархат всея Руси, так сказать, лица определенные. Это было всегда, понимаете? А Ватикан, а Банк Амбразиана и все прочее. В чем виноват Кирилл реально? Реально перед ними, в чем он виноват? Откуда эта травля? Он виноват даже больше, чем я. Он виноват тем, что они вели с ним переговоры, он должен был появиться на Болотной площади, обязательно, тут же. Когда они собрали Болотную площадь, он должен был на ней появиться. Прецедентов было два. Павле, очень честный человек, который был как бы главой сербской церкви, который сразу пришел свергать Милошевича, помните?
и Илия грузинский. Патриархи начали появляться на бунтующих площадях. И были какие-то переговоры. Все говорили, власть уходит на Кропоткинскую, власть уходит на Кропоткинскую, власть уходит на Кропоткинскую. Понятно, да? Храм Христа Спасителя. Он не говорил им прямо, что он пойдет, но что-то было сказано такое, что они поняли так, что он туда придет. Ну, прямое доказательство – это фраза Березовского: «Ваше святейшество, возьмите власть у Путина, передайте ее народу». Да? Он туда не пришел. И они считают, что он их кинул. Грубо кинул. Ко мне такой претензии нет, я их никогда ничего не обещал. Да? Поэтому я просто негодяй. А он супер негодяй. Он их кинул. Отсюда травля. Второе, что вы должны знать, что никаких слов Богородицы Путина «прокляни» или «прогони» в храме Христа Спасителя не было. Это уже доказано. Просто это никому не интересно. У нас же, понимаете как, когда есть какой-то факт, и все его видят, то они как-то куда-то переводят взгляд куда-то в сторону, и так получается, что факта нет. На суде было доказано, что это монтаж. Что там, в этом храме Христа Спасителя, они развлекались своим обычным способом. Да? Я все время говорю, что у нас есть женщины легкого поведения, женщины тяжелого поведения. Вот они женщины тяжелого поведения, в отличие от женщин легкого поведения. Их тяжелое поведение. Курица там, несчастная замороженная, и все прочее. Значит, жертвы там очень тяжелые. Поэтому они ничего там про него не говорили, про Путина. Это было вклеено. Сами они, по крайней мере, одна из них, ключевая, они, простите Бога ради, но они, так сказать, не чужды либеральному кругу церкви. Это тоже надо понимать. Поэтому охрана храма никак не понимала, что с ними делать. Это определенная либеральная группа. А теперь откройте опять газеты и прочитайте, что говорит либеральная крыло церкви. Либеральная крыло церкви говорит, что они юродивые. Юродивые. И когда, вытащив глаза, вылупив глаза, наши журналисты их спрашивают, и что, группенсекс это тоже юродство? Они говорят, либеральный крыло церкви. Говорит, конечно. Это кто? Ну Курай, кто? Кураев. Не один он. Целая серия людей. Конечно. Они юродивые. Значит, он оказался в том же положении с ними, в каком Путин с Ксенией Собчак. Это свои, которые перешли в атаку. Это тоже очень важно понимать. И, наконец, когда кресты начали спиливать, это кто делал-то? Чей был призыв? Да? Это прибыл призыв ФЭМЭН. ФЭМЭН – это украинские группы, связанные с беспекой. Так мы будем говорить, что украинская беспека тоже из Кремля управляется? Но также можно дойти до того, что и ЦРУ из Кремля управляется. Это maybe, я не знаю, но у меня таких секретных данных нет. Я буду счастлив. Но вопрос, чего, тогда чего хочет Кремль? Да? Это, значит, это тоже существенно. Но это не так. Короче, это огромное зловещее явление, которое является ответом на определенные действия патриарха и направлено против церкви как целое. Их задача уничтожить церковь так, как уничтожали КПСС. А церковь уничтожить можно. Понимаете? Она достаточно подвержена всем болезням нашего времени. Я ответил как? Хорошо, следующий. Вот прямо отсюда. Вот там было вот уже. Вы, да, пожалуйста. Следующий я. Ну, как скажете. Но... Я уже 10-й раз поднимаю. Да, серьезно, вы извините меня, я не убедил. Я готов отвечать до утра. У меня никаких лимитов нет. У вас есть. У меня нет. Пожалуйста. Здравствуйте, Диана Чуйко. Я учусь студенткой гуманитарной школы, журналистика, первый курс. Да. У меня такой вопрос. Как раз сейчас задели Пусирает и РПЦ. Наша страна по Конституции Российской Федерации светское государство. По определению государства, власть и церковь должны разделяться. Но ситуация с Pussy Riot мы видим совершенно обратное. Как, по вашему мнению, почему происходит такая несостыковка с теоретическим и практическим управлением страной? Можно еще раз так вас зовут? Диана. Диана, значит, послушайте. Я же согласен с вами, что несостыковка существует, и это неправильно. Государство должно оставаться светским, потому что в противном случае оно, мы наткнемся на все исламские вызовы и на все прочее. Но в этой истории, я не вижу того, о чем говорят. Сейчас постараюсь объяснить. Я в других историях это вижу, а в этой нет. Скажите мне, когда говорится, что вот они бы не пришли в мечеть, что имеется в виду?
Тяжелый вопрос, да? Вам, вы все поняли, вы имеете ответ, да? Мы все имеем ответ. Значит, если... Ну то, что они бы вырезали их чертям, да? Разрезали бы на части и выкинули бы сам на помойку. Да? Понятно, да? Это имеется в виду. Значит, дальше возникает вопрос. Либо реагирует власть, либо гражданское общество. Так, чтобы никто не реагировал, не будет. Говоря о том, что власть не должна реагировать. А я не убежден был, что она должна была реагировать. Мы говорим о том, что надо нарваться на реакцию гражданского общества. Да? То есть надо взбесить... А они шли на это, Диана. Но они не шли на акцию протеста? Они не на акцию протеста шли. Там не было Путина прогони. Там этого не было. Там были просто мат. Там не было этих фраз. Вот посмотрите материалы судебного дела, они открыты. Ну что в этом опасно? Отвечу, что опасно. Они идут на акцию. Они идут на акцию. Отвечу вам, что опасного. Они идут на акцию. Рано или поздно на это начинают реагировать не власть, а православные. Если их реакция оказывается жесткой, то что должна делать власть? Она должна реагировать на православных. То есть она должна поднять на себя их. Это классический армяно-азербайджанский фокус. Да? Вы не реагируете на армян, начинают азербайджанцы. Вы реагируете потом на азербайджанцев, начинается это. Потом вы никому не нужны, и сами армянцы, армяне и азербайджаны выясняют отношения. Инициатива переходит к гражданскому обществу. Поэтому так плохо, а не зафиксировать это, когда на вас идут свиньей, тоже плохо. Вы не реагируете на это, тогда начинаете справлять нужду на эти иконы. Вы на это не реагируете, еще что-нибудь происходит. Рано или поздно, или вы реагируете, или гражданское общество. Это закон. Если вы не успеваете реагировать и гасить это, инициатива переходит к гражданскому обществу. Если она переходит к гражданскому обществу, вы либо должны этому гражданскому обществу позволить это делать, и тогда вы Николай II, благословивший погромы. Либо вы должны начать душить русско-православный стержень. Но вы все-таки понимаете, что при всем нашем уважении к другим религиям, православная культура есть система образующая в стране. Никуда мы от этого не делись. Значит, никакой... Они оказались загнаны в угол. И единственное, что должно было быть, это должно было быть гораздо более мягкое действие, гораздо более стремительное. Ну, как бы, если бы у моей тети были колеса, то была бы не тетя, а дилижанс. Значит, власть должна была реагировать не так. Она отреагировала глупо, нелепо, но все другие действия этой грубой, неловкой власти еще хуже. Оспорьте этот тезис. Если метла в руки дать. Что? Если 15 суток и метла в руки, пускай работают. Нам не ожидали вместо административного правонарушения уголовное. Правильно все. Но она грубая, эта власть. Да, метла в руки, 15 суток и все что угодно. Они опять лезут. Через 15 суток выходят, опять лезут. Вы даете 40 суток, потом 50. Ну если вы нужны. Но я все время что-то... Для меня анекдоты это метафора рабочая. Да, я не то, что вас развлекаю. Грузин сидит в ресторане и плотоядно смотрит на официанта. Она подходит ему и говорит, вам меню? Он говорит, тебю, тебю. Так вот, если им нужно не меню, а тебю, если они дают им премию Сахарова, то значит все равно, рано или поздно вы на это нарветесь. Наверное, нужно было дать еще два хода и потом отреагировать. Но это же другая система, да? Только Путин тут абсолютно ни при чем. Вообще, цель Кирилла, а не Путин. Путин тут ни при чем. Путин тоже. Нет, потому что не говорилось это, Богородица Путина проклинит. Не было этого. Так об этом никто не знал, узнали из роста в интернете. А почему? А что происходит? В нормальной ситуации, нормальная власть сделает так, что вы это знать будете и будете все это обсуждать. Власть проигрывает информационную войну, власть сонная, грубая, неповоротливая, неадекватная, да? Ну, что еще можно сказать? Она такая. Других писателей у меня для вас нет. Что? А вы знаете, что она сказала? Ее, когда ее спросили, что как же вы, милая, ну вы же беременная, групповиком занимали. Она сказала, это очень хорошая разминка перед беременной. Что? Стимулирует. Перед родами. Это хорошее, а ты стимулирует роды. Да? Я, да? Совсем вопрос это не в этом. А, Надя и ее ребенок, это два разных человека. Сейчас очень интересно.
Ущемлены. Ущемлены. И нам ее жалко. Но нам себя тоже жалко. Мне вас жалко не меньше, чем ее. Пожалуйста. Да. Да, да, вы, да, говорите. Извините, ради Бога. Вы создали организацию по началу. Она была задумана как коллективный мозг, осмысливающий социально-политическую ситуацию в мире и, в частности, в России. Начало было, ну, на мой взгляд... А, я не представился. Я участник этого движения, Калина. Вот я тоже пытался участвовать в этом благородном начинании, но потом это, на мой взгляд, это движение было свернуто и направлено в политическое русло. Вот. Ну, это так, вступление. И, видимо, поскольку вы выдвинули стройную концепцию, за которой все пошли, участники этого движения, и вот вы частично здесь уже изложили, что Маркс свою роль историческую, теоретическую, закончил, и на повестке дня постмодернизм. Ну, что такое постмодернизм? Это каждый может заглянуть... Это Мусерай. Нет, это каждый может заглянуть в словарь и узнать, что это такое. Да, и к тому же из ваших работ там более подробно сказано. Если можно, то есть, вопрос. Да. А, вопрос. А, вот что делать, чтобы начать что-то делать толково, осмысленно? Проснуться. С чего начать? Нет. Начать с себя. Нет, видимо, нужна какая-то теоретическая разработка, которую вы начали. Она закончилась. Нет, ничего не закончилось. Я сейчас пишу еще книги. Нет, ничто не будет закончено. Но ведь мы же знаем, что это должно быть коллективное. Хорошо. Вы отвечаете на довольно большой вопрос. Вы задаете довольно большой вопрос, очень интересный. Я сейчас на него отвечу. Он нас... Значит, пожалуйста. Хорошо. Да, но только если нужно, чтобы меня нужно, так сказать, прямо, ну, нужно там за что-нибудь там осудить, то давайте я сразу покаюсь перед вами, и мы эту сторону вопроса отстанем, а потом я начну рассказывать интересное. Смотрите, что такое исторический проект? Вот когда говорят исторический проект, историков прочих, это что такое? Исторический проект — это текст, ставший словом. И слово стало плотью и пребывало с нами полной благодати. Это уже Иван. Любой текст, ставший словом, является историческим проектом. В этом смысле христианский проект – это исторический это проект. Это элементарно. Милый мой, ну вам это элементарно. Ну, вы будете кричать, вы будете что угодно делать, но я не буду раздражаться, вам не удастся добиться от меня этой реакции. Итак, это, значит, все становится словом. Вот как бы ислам, да? Коран. Обрабатываются тексты, и возникает порядок жизни, христианство. Потом возникли тексты модерна, которые, ну, в основе которых лежат в сущности Гоббс, Лок и Ньютон. Потом Монтескье де Ламбер, возникла уже целая группа людей, и весь этот целокупный текст управлял нами 500 лет. Да? Затем сказали, что уже все, ну, их стало слишком много и так не может быть, и тогда возникла последняя фаза, Маркс. Вдруг все вернулось, один человек, один текст, новый порядок жизни. Если эти варианты не устраивают, давайте рассмотрим сионистский проект. Просто абстрактно, никак нравится, не нравится. Возник Герцог, возникла книга, возникли, так сказать, определенные принципы, возник новый язык, опять же, да, иврит, и так далее. И вот те государства, плохое, хорошее, торчит посреди Ближнего Востока. Короче говоря, смысл заключается в том, что как бы ученые слишком долго обсуждали мир, тогда как дело в том, чтобы его изменять, Маркс, да? Смысл заключается в том, что если Россия способна выдвинуть новый проект, то это единственное, чего ее ждет мир. Предыдущие проекты исчерпаны, модель человека кончается, а от русских автоматически ждут до сих пор по инерции, понимая, что они чем-то не тем занялись, кафешками, там, машинками, от них все ждут, что они что-нибудь такое соорудят, понимаете? И в этом смысле Россия интересна миру, я понимаю, что прежде всего она должна быть интересна себе, интересна миру, только в этом смысле. Она интересна как источник новых смыслов, а не как источник газа, нефти или чего-то еще. Только как источник новых смыслов. Поверьте мне, я много езжу по ним. Серьезные люди интересуются только этим. Соответственно, теперь бог с ними, с этими серьезными людьми, и чем они интересуются. С миром-то что происходит? Мы-то в какой проект вошли? Мы говорим модернизация. Понимаем, что это исчерпано, да? Вот модерн мы не хотим. В контрмодерн мы залезть не можем.
Да? Значит, мы действительно должны выдвигать что-то. Значит, задача состоит в том, чтобы на основе нашего же исторического опыта, осмысления себя, без всяких, так сказать, проклятий или восхвалений, выделить мейнстрим, выделить нашу историческую сущность, понять свои ошибки, понять свои успехи и выдвинуть новый проект, как для самих себя, так и для человечества. Примерно с этим месседжем я и обратился к организации «Суть времени». Было это очень трогательно, потому что возможностей-то никаких нет. Я попросил, чтобы сняли это, и я буду говорить по интернету. И тот, кто это снимал, говорил, это произойдет, 600 человек это услышит. В первый день было 17 тысяч. Да? То есть я хочу сказать, что на это есть большой спрос, понимаете? На это есть реальный, исторический, человеческий отклик. И этот отклик очень интересен. Люди, которые собрались в Сибири, на Дальнем Востоке, что там говорить, на Украине, в Германии, в Америке, они безумно этого ждут. Их много. Простите, но их чуть не десятки тысяч. Да? Значит, в этом есть какая-то задача. Я хочу помочь этим людям вместе с ними построить что-нибудь, что способно в эту сторону двигаться. Соответственно, я езжу по регионам. Соответственно, я рассказываю, провожу школу и все прочее. Это действует на чисто волонтерских основаниях. Вот мы провели социологические исследования, Гэллоп проводит там на 2000 человек и так далее. Мы изучили 30 с лишним тысяч, по-моему. Я не помню точную цифру, но 36 с лишним тысяч опрашиваемых. Гэллоп произвел руками, все развели руками, что есть такие опросы. Это молодое, духовное, еще неопытное движение людей, которые к этому стремятся. Сказать при этом, что они должны, так сказать, не оскорамливаться политикой и заниматься только этим абстрактно, было бы странно. Молодые, активные люди, и они, естественно, будут заниматься политикой. Но это не значит, что они перестанут осуществлять проект. Марксисты занимались политикой или не занимались? Они могли бесконечно изучать Маркса, но, извините, они действовали иначе. И если бы они действовали так, не было бы никакого Маркса. Я не могу дискуссию, потому что люди руки поднимают. Там девушка давно. Да, пожалуйста, вот девушка сзади. Слово, да. Меня зовут Лукьян Сусана, и я будущий журналист. Мой вопрос из области экономики, но очень интересно. Дело в том, что недавно проходил саммит АТС, и формально Россия вошла в мировое торговое сообщество. И главный вопрос, как заявил сам Путин, это вопрос о борьбе с протекционизмом. Как вы считаете, в этом больше плюсов или плюсов? В этом одни минусы, но я вам должен сказать, одни минусы. Ни одного плюса. Один минус, да? Один минус. Один большой минус. Большой. Или 10 минусов, или 100. Но я вам могу сказать, что Владимир Владимирович, это не так просто. И что, когда он говорит, что у нас протекционизма не будет, Сусанна, вы поверьте, что он будет. Я не буду кричать. Вы поверите, что он будет. Он будет. Хотя я считаю, что вот такой подход ошибочный. Вот не надо так, не надо по-китайски, да? Надо по-русски. У китайцев огромные валютные накопления. Они другое место в мире занимают. И они могут позволить себе подписать бумаги, их полностью не выполнять. А нас заставят что-нибудь выполнять. Но у меня здесь разная точка зрения с президентом России. Что я могу поделать? Я рядовой гражданин, а он президент. Я ответил, да, Сусанна? Да. Все, не будет никакого беспротекционизма, Сусанна. Не беспокойтесь. Если будет полный беспротекционизм, то все будет лежать. А когда оно все будет лежать, то лежать будет и Путин. А он человек прагматичный, поэтому не будет этого, поверьте. Да. Пожалуйста, вот еще девушка, и вы, да? Просто. Меня зовут Ирина Соболева, я тоже студентка журналистского факультета ДВФУ. У меня такой вопрос. Вы где-то в середине, в начале своей лекции сказали то, что если у нас будет, как бы сказать, комфорт, да, то, что называют уровнем, да, благополучия граждан, кафе уютные и так далее, у нас будут беспризорники, да, как частный пример. То есть, что вы предлагаете, чтобы их не было? Ведь разница между высшими и низшими слоями, она всегда при капитализме существовала. Это борьба за выживание. Какая сейчас разница в Соединенных Штатах? Сколько децибельный коэффициент? Да, то есть вы против капитализма. Вы уже готовы к журналистской деятельности. Вы не слышите того, что говорят, и что не делают.
знаете, что такое... Мариночка, милая, вы знаете, что такое децельный коэффициент? Я расскажу. Знаете, не знаете, да? Вот. А вы как не слышите? Децельный коэффициент – это разница в доходах между 10% самого бедного и 10% самого богатого. Так вот, те децельные коэффициенты, которые существуют здесь, сейчас, свойственны периферийному капитализму. В Латинской Америке, азиатским странам. Они не свойственны европейскому капитализму. Ни в Швеции, уж в Европе во всей, даже в Соединенных Штатах. Такого децельного коэффициента нет. Это первое. И второе, Марина, когда есть высокий уровень жизни, то децельный коэффициент не так опасен. Понимаете почему, да? Потому что если наверху миллион в децеле, то внизу, так сказать, поделите на 30, будет 30 тысяч. И это нормально. А если наверху 10 тысяч, то поделите на 30 и смерть. Да? У нас колоссальный децельный растущий коэффициент. У нас капитализм периферийного образца облегчен, так сказать, усугубленный всем этим. И я думаю, что никакой центральный, не периферийный капитализм никто нам построить не даст. А против периферийного, я думаю, что и вы, и я. Вы хотите жить, как в Латинской Америке? Нет. Ну а тогда о чем разговаривать? Ну, то есть, какие уровни достижения можно как будто уровень жизни у нас повыше. На самом деле, действительно, он низкий у нас в России. А кто сказал, что он повышен? Он у Абрамовича повышен. Вот все внешние благоустройства страны, это только немножко прикрывает то, что у нас действительно в стране это происходит. Да. Вот, я об этом... Правильно, Марина. И тут же даже то, что при вот этом вот внешнем прикрытии, да. У нас у всех есть хорошие телефоны, хорошие... Вроде бы кафе, не у всех тоже, да? Все, да? Да. И что при этом всегда будет, ну вот это вот Киносоюз, да, новое, всегда будет бездомный, да. К примеру. То есть нам нужно принять какие-то меры, которые решатся с этого. Я так понимаю. Нет, Мариночка, я не так хотел сказать. Я хотел сказать следующее. И поставил этот вопрос прямо к вам. Вот если вам завтра скажут, Марин, телефон должен быть проще, с гаджетами проблемы, и с кофточками не так. Но мы закрываем глаза, открываем, и беспризорных детей нет. Вы на это согласитесь? Вот, я так вы мне ответьте, Марина. Вы лично. А, да, вот. Да или нет? Вот об этом я и хотела. Нет, ну ответьте прямо. Все понятно, все понятно. Вот это, Марина, вы как показали, вот это. Это вот это и есть. И вообще вы очень подготовились к журналистской деятельности. Я дам рекомендацию в новую газету. Да, давайте следующий. Да, пожалуйста. Кто еще здесь? Да. Вы, пожалуйста, да? Ага. Сергей Ирванович, добрый вечер. Я тоже журналист. Да. Но я, может быть, чуть поопытнее, поэтому я слышал, что вы сказали. Я хотел спросить вот что. Вы говорите, что вы предлагаете, вернее, национализировать основные производства, главные. В стране вместе с тем, вы говорите... Экспортный сектор. Да, экспортный сектор. То, что принадлежит 500 семьям максимум. Да. Может, 500. Вместе с тем, у нас, как вы говорите, нету классовой борьбы, потому что у нас капитализм бандитский. Кто революцию делать будет? Потому что я считаю, что чтобы национализировать такие отрасли, как... нефтегазовую, естественно, это никто вам не отдаст. Отвечу просто. Вам, отвечу, кто будет делать. Вопрос есть, да. Либо загнанный зверь будет делать, в элитном случае, как я вам сказал. И он же и будет. Да? Ну кто? Тот властный субъект, который поймет, что уходить ему некуда, что на Западе его ждет судьба Каддафи и Кол, а в стране без этого решить проблему нельзя. Тогда это будет революция сверху. Либо все это рухнет. И тогда это будут делать клубящиеся нам массы, высвобожденные для классовой борьбы. Не дай нам Бог до этого дожить. То есть революция будет в любом случае? Обязательно. То только либо сверху, либо снизу. Что? Разные. И, конечно, сверху, но она по определению. Она, может быть, и не так близка к каким-то моим идеалам. Но идеалы идеалами, а кровь кровью. Да? Нельзя звать кровь, нельзя звать хаос. Если окажется, что это все рухнет, тогда все, что мы будем делать, мы будем приводить клубящиеся массы к одному знаменателю. Если же, но не дай нам Бог, и неизвестно еще, мы ли их приведем, кто их приведет, и можно ли их вообще привести, или их уже будут приводить американцы к этому знаменателю. Поэтому самое лучшее – это революция сверху, конечно.
а ее источник простой – недопущение революции снизу. Если субъект понимает, что у него есть два выхода – либо все это перераспределять, да? Ему надо отдать на растерзание либо себя, либо Абрамовича. Кого легче отдать? Ну, насколько созрела ситуация? Что? Созрела на сколько процентов? Процентов на 35-40. Еще лет на 10 хватит. Не забудьте про 10 лет. 5 это макс. С моей точки зрения это макс. Нет, все происходит почти галопирующе, но, конечно, мышление не догоняет бытие. Мышление такое, оно же диктовано ситуацией комфорта внутреннего и всего. Но в момент, когда возникнет вопрос, человеку скажут, вот смотри, либо мы сейчас съедаем Абрамовича, либо тебя. Что ответит человек? Скажет, кушайте на здоровье. Я всегда только этого и хотел. Добавление небольшое. Хватит, всего хватит. Добавление небольшое. Насколько динамика вот, понимания элиты и готовности вот, к этим процессам? Насколько сейчас больше становится вот, понимающих людей в элите, которые готовы? Вот такое вот состояние защиты. Вот, очень умный, интересный журналист, который меня спрашивал, он находится в состоянии защиты. Он услышал, что ему придется отдать гаджеты. И он слышит только это. И, соответственно, задает вопрос. Понимаете? Вот в таком же состоянии защиты. Это потому что она женщина. Ну, конечно. Мы же понимаем. Ну, давай. Вот как элита находится в состоянии защиты. Она действительно не это говорила. А что говорила? Расскажи. Да, пожалуйста. Часть. Часть нашей России согласна отдать свои гаджеты и вот это вот внешнее прикрытие ради того, чтобы... Тише, ребят. Ну, прекратить там, не знаю, безработицу, там, дать бездомным дома и так далее. То есть, да, я сейчас могу сказать, да, я согласна. Меня отправят на завод, и через месяц скажу, ой, что же я наделала, я хочу все обратно. Я хочу обратно мою одежду, мой дом, и хочу сидеть в кафе. То есть, вы очень честный и хороший человек. Это прямо видно. Поэтому, что вы мне хотите сказать? У меня, мой отец армянский крестьянин, который по набору приехал сюда и здесь стал доктором наук и заведующим кафедрой. У меня прабабушка княжна Мещерская. Вот. И дед мой, сказать, да, тяжелая. И дед мой, когда глядел, говорил моей матери, смотри, нищие, ведь мы им все отдали, и не жалко, они не умеют распределить. Да? Вот. Потом, 37-й год, дед был сыном предводителя дворянства Смоленской губернии, и как бы он исчез. Вот. Значит, смысл здесь заключается в том, что очень всегда понять, за что ты отдаешь, да, и что будет по ту сторону этой отдачи. А то вроде вдруг ты отдашь гаджеты, а у кого-то их оказывается еще больше, а нищие останутся нищими, да? Правильно? Я хотела именно спросить, как вы считаете процент населения, может быть, сколько людей готовы на это? Сейчас отвечу. Да, о, наконец все хорошо. Да, очень хорошо. Ну, вообще видно по улыбке и по готовности несколько раз включаться, что вы действительно очень хороший человек. Я объясняю. И если я чем-то вас обидел, то извините, пожалуйста. Значит, смысл заключается в следующем. Вот примерно сколько за Сванидзе голосовало, столько и не готово. Это не обязательно буквальное совпадение, да? У нас есть часть населения, которая уже заведомо социально-антропологически отделила себя от остальных. Они называют себя там, говорят, мы дельфины, а это анчоусы, мы пчелы, а они мухи. После того, как Путина выбрали пенсионеры, там, бюджетники и так далее, они сказали, что все это группы, которые должны быть лишены избирательных прав. Ну, латынь. Уже зреет внутри то главное, чем беременна глобальный фашизм. И глобальный фашизм это не банальности Гитлера. Это гораздо глубокая, более глубокая вещь. Это многоэтажное человечество. Это отрицание единства рода человеческого, которое рано или поздно, действительно, хотим мы или нет, приходит к гностикам, потому что некуда больше. В древнем горизонте это Василит, Валентин и другие, которые говорили, что есть пневматики, то есть подлинные люди, психики, то есть полулюди, и хилики, которые не люди. Понимаете? Почти как люди. Сейчас мир идет вот к этому разделению.
Вот все эти американские процессы, вся эта перестройка глобального мира, вот сейчас вот это, в эту теорию, она завершится многоэтажным человечеством или глобальным фашизмом. Она идет туда. И вот это специальное скотинивание части имеет один результат. Смотрите, какие скоты-то, да? Ну что с ними делать? Ну им надо дать то, что им надо, да? Как кжи, короткоживущие, вы эти книжки не читали, там, Ефремова и так далее. Это на самом деле есть то, что теперь воплощается. Вот эта часть населения, которая считает себя избранными, а остальных не людьми, она не хочет ничего отдавать. Она просто не понимает, о чем идет разговор. Да? Я вижу этих людей, ну, я не знаю, вот у меня на одном из моих поединков, там, даже не в основных телевизионных передачах, а с Соловьевым, там была такая барышня молодая, которая хотела меня все срезать, и думала, что я испугаюсь ругать Медведева. Да? Грубо просчиталась, потому что я тогда в прямом эфире сказал, что президент России по Лебеде совершил грубую ошибку. И никто эту фразу не остановил. Обычно такие фразы цензурируют за Уралом, да? И они не доходят до Москвы. Все правильно. Она думала, что я сейчас заткнусь, и она триумфально выиграет. Но дело не в этом. Она уже смотрит иначе. Она говорит иначе. Она ведет себя иначе. Поразительно, что я иду по Владивостокским улицам, и я этого не вижу. Я вижу более богатых, менее. Ну, какие-то лица вот узнаваемые. Да, это мои сограждане. А есть места, причем не обязательно самые богатые. В каком-нибудь там очень богатом ресторане ты видишь свою там братву. Да? Она своя, но она чуть-чуть потолстела там и разъелась, и другие костюмы все дела. Но она своя. А есть уже совсем чужое. И оно ничего не отбрасывает. Но я бы сказал даже, что а черт-то зачем у него забирать? Не у него надо забирать. С ним разберемся потом. Нам нужны деньги, Маринчик. Нам нужны назад 2 триллиона долларов, которые вывезли из страны. Нам нужны экспортные потенциалы. Нам нужны менеджеры, которые в состоянии строить мощные программы второй индустриализации. И пусть все остальное живет как хочет. Пусть оно живет. Чем оно больше. Вот оно хочет гаджеты, пусть будут гаджеты. Пусть будет это. Я о другом говорил. Я говорил о том, что никакие мелкие завоевания человека, если он теряет рядом с собой мир, ни к чему не приводят. Они не являются благом. Вы получаете гаджеты, но потом, так сказать, прошу прощения, опять не вы, а там некий человек получает гаджет, а потом у него ребенка на улице убивают. И зачем ему гаджет? В конце концов, к 2012 году большая часть молодежи разобралась, что есть вещи, которые нельзя купить за деньги. Любовь нельзя купить, дружбу нельзя и так далее. Все не капитализируемо. И в этом смысле я спрашиваю, да, где грань между тем, что я готов при ухудшении моего уровня жизни, вот за что я буду бороться, вот мне будет хуже. Я готов при этом ради того, чтобы вокруг было лучше, и в этом смысле мне тоже стало лучше. Я готов на это ухудшение, на отдачу неких завоеваний, ради того, чтобы получить другое, рядом с собой. Потому что когда я вижу рядом с собой сначала эти ненавидящие лица, эту загибающуюся часть страны, то потом понимаю, не будет страны. А зачем тогда все это нужно? И кто это тебе оставит, когда страны не будет? Сюда придут другие китайцы, кто-нибудь, они заберут все. Это первое. И второе, тебе жить тошно. Ну тошно, ну хорошо, ну гаджеты, ну такая машина, ну другая машина, и что? Так кажется вначале, что это так важно. Потом оказывается, что это на самом деле совсем не важно. Вот совсем не важно. И это выясняется довольно быстро. Можно? Да. Отсюда, давай, да. Алексей Данилов Юрьевич, доцент кафедры политологии. Мне вот хотелось бы, как человек, который преподает в том числе и, например, как политические идеологии, вернуться к идеологии. Вот как раз говорили о том, что от России ждут нового проекта духовного. А может быть новое, это хорошо забытое старое, потому что у нас был коммунистический проект. В принципе, если брать интеллигенцию, то в таком гуманистическом восприятии собрать советскую фантастику, там рисовалось там светлое будущее, где нет ни социальных, ни расовых границ, нет преступности. Вот, кстати, если брать фильм «Необитаемый остров», то там это говорится в закадровом тексте, в самом начале. То есть это был коммунизм, а вовсе не то, что на планете Саракш. А нас убедили то, что... Обитаемый остров. Да, да.
Я просто для молодежи, которая, может быть, не в курсе, о чем я говорю вообще, она воспитана на другом. Вот. А нас убедили, что коммунизм – это сталинские лагеря, это тоталитаризм. И в итоге во многом разрушили наш, скажем так, духовный стержень. После чего произошел распад Советского Союза. Во многом из-за этого. Не только из-за этого, но и во многом из-за этого. Так вот, Горбачев пытался провести такую современную ревизию коммунизма, марксизма, совместив его с общечеловеческими ценностями, но, к сожалению, этот проект провалился. На мой взгляд, почему мы после этого решили, что светлое будущее невозможно, в принципе, через 100 лет, через 1000, кто сказал, что невозможно? Вот. То есть, на мой взгляд, это вообще лучший проект будущего, потому что какой пакт